день. Значит, у нас сегодня лекция, но прежде чем я предоставлю слово Юрию Петровичу Григорьеву, я хочу сказать буквально несколько слов. У нас, в общем, сегодня уникальная возможность, она не всегда представляется, поговорить с человеком, который построил то здание, в котором вы сейчас находитесь. То есть это вот очень редкий случай, и потом все-таки советую еще раз всем пройти в тот холл, который около столовой, посмотреть на выставку работ, чтобы понять масштаб сделанного, масштаб построенного, и главное оценить вот то удивительное умение, которое всегда падает на долю современного архитектора. Он работает не на пустом пространстве, да? Он работает в городской среде. И вот это умение вписать свое решение, свою концепцию, свой архитектурный образ в то уже существующее историческое пространство, я еще раз подчеркну, историческое пространство города, город старый, да? Город имеет свое лицо, город имеет свою историю, город имеет свою архитектуру, свое архитектурное лицо. И вот это умение, оно, конечно, очень дорогого стоит, и наглядный пример, как совместить старое здание главного корпуса Московского университета и вот те новые здания, которые были построены, это наглядное тому свидетельство. Поэтому очень приятно еще раз приветствовать и предоставить слово академику архитектуры, народному архитектору России, заслуженному архитектору Белоруссии и почетному гражданину Минска Юрию Пантелеймоновичу Григорьеву. Пожалуйста. В какую-то уже более четкую систему. Ведь архитектор – это синтетическая специальность. Во всем цивилизованном мире она очень уважаема и очень высокооплачиваемая. Кроме нас, конечно. А вот что касается системы работы. Он работает как дирижер, как режиссер. И с ним работают конструкторы, электрики, сантехники, субботочники, экономисты и так далее и тому подобное. Но он, как дирижер оркестра, не может на каждом инструменте в совершенстве из этих специальностей играть, но обязан их знать. Обязан знать, потому что он создает пространство, материальное пространство, в котором человек живет, работает, отдыхает и так далее, и так далее. И, естественно, начиная с обычной квартиры и кончая такими крупными объектами общественного значения, то здесь, конечно, есть и консультанты обязательно, есть люди, которые, технологи, разбираются в этих делах, и архитекторы, и с ними тоже консультируются и работают. И главным консультантом был Виктор Антонович Садовкич. Я как вспомню, сколько тут было мучений, сколько споров было и так далее, и так далее. Вы меня извините, у меня что-то с голосом сел, голос. Уже гулял вчера. Ну, а вот что касается уже следующего этапа работы, еще более сложный этап,
момента согласования проекта с чиновниками. Чиновниками всех рангов, всех организаций, которые занимаются согласованиями проекта. И здесь санинспекция, и пожарники, и кого только тут нет, понимаете? И каждому из них, чиновнику, надо доказывать, что вот это правильно, он вам будет доказывать. Вот есть какой-то параграф норматива, что его нарушили, и так далее. Причем очень много нормативов, которые давным-давно устарели. И применяемые. Техника. Сегодня же пирамиду египетскую можно перевернуть, где по ногами и поставить на одну точку современной техники. Но очень много, к сожалению, консерватизма. Основной консерватизм, конечно, чиновничество. Ну, а потом уже началось строительство. Для того, чтобы можно было строить, делается следующий этап. Это рабочая документация. Рабочая документация для строительства, где уже полностью, уже когда смета готова, значит, которую 10 раз трясут, чтобы было дешевле, значит, и начинаются уже мухи строительства. Потому что даже такой объект построить, а у меня вот вся эта зона была моя фактически, вместе с Александром Викторовичем Кузьминым, главным архитектором города. Я был у него здесь, мы вместе проработали 17 лет, он главный архитектор, я, значит, первый заместитель. В общем, тоже и чиновнич работы хватало, тоже представительство и так далее и тому подобное. И в то же время, нужно было еще вести авторский надзор, следить за строителями, следить за смежниками. Это проводил здесь планерки сам Юрий Михайлович Ушков. И тут такой каждый раз разгром был. Особенно мы мучились с медицинским центром. Там оказались строители, не очень, как говорится. Вот. А, сами понимаете, архитектор, главный архитектор проекта и главный инженер проекта, они несут уголовную ответственность, если что-нибудь не пойдет, или еще что-нибудь случится, дай бог. То есть ответственность высокая очень, тем более по таким объектам, где, в общем-то, Путину показывали проект, свое время здесь уже. Вот. И, конечно, много людей, интересующихся этим объектом было. И правильно Иван Иванович сказал, должна быть какая-то преемственность в архитектуре по отношению к знаменитому самому университету. Я ученик одного, учился в Московском культурном институте. И один Руднев, академик, вот, один из главных авторов того комплекса. Значит, такой с бабочкой ходил, академик тоже. Ну и очень жесткий был, требовательный. Но все эти объекты, вот университет и все вот эти 7 высотных зданий, лично согласовал Иосиф Иванович Сталин. Сталин интересовался очень архитектурой, но у него был главным консультантом Желтовский, знаменитый академик-архитектор, который признавал только классику. И, соответственно, вся вот эта классика, она проявлялась в этих высотных зданиях. Но совершенно блестящие не все были поставлены с точки зрения географии, с точки зрения восприятия, что сейчас стало, к сожалению, пропадать. Сейчас архитектор видит только свой дом, больше ничего вокруг он не видит. Дом и деньги. Вот эта монетизация, так сказать, даже творчество, она, к сожалению, гробит творчество.
Это не только в архитектуре, это и в искусстве, и в театре. Вы, наверное, уже не смотрите телевизор, потому что там бездарнейшие сериалы. Как в том анекдоте. Я, говорит, не маньяк, но я каждый вечер изучаю 10 приемов убийства по телевизору. Это все, конечно, влияет очень отрицательно на людей. Прежде всего, это влияет отрицательно на общую культуру людей. Архитектура – это одна из очень важных элементов культуры и истории, потому что наиболее долговечный памятник той или другой эпохи, из всех ее возможностей, технических, значит, архитектурных и так далее, оно надолго остается. Это же не картинка, ее не снимешь, это же дом. Дом без листьев, даже если он плохой. Ну, а вот что касается преемственности исторической политики, я лично сторонник этого. Я совершенно убежден, что если не умеем и не знаем прошлого, то не будет и будущего. Поэтому возьмите сейчас Китай город, возьмите сейчас вот все эти самые исторические места Москвы, Минск. Ну, Минск, значит, Минск я с 44-го года окончал белорусскую школу Барановича. Вот. Я видел Минск в конце 44-го года, сразу после освобождения. У меня есть снимок с самолета, панорама. На 95% Минск разрушен полностью. Сплошные развалины. Я всегда поражаюсь целенаправленному энтузиазму людей, которые практически вручную все это разбирали, восстанавливали, тогда не было такой техники строительной, как сейчас есть. И над восстановлением Минска работала целая группа. Что касается самого здания библиотеки, работали вместе с Церетели, вот все его оформительские работы. Вместе мы с ним все делали, начиная с Шувалова. Я вот это придумал, это патио с трибунами на улице. И вот этот подземный большой переход с основного корпуса сюда. Несколько раз пришлось Шувалова поднимать, потому что он так проваливался зрительно, когда ты находишься на улице. Вот. Потом, значит, появились вопросы отделки. Отделки интерьеров, фасадов. Архитектор отвечает за интерьеры. И мы считали, что учебное заведение, ну я вообще сторонник, чтобы не было петушиной архитектуры, кричащей. Вот я, то, что сейчас, к сожалению, делается в Москве, где вы приезжаете в любой жилой район, а там сплошная петушинность, раздражающая человека, а городской человек, он же после работы устал, как черт, или после учебы, он хочет попасть в тихую, спокойную, светлую, уютную, масштабную человеку среду. Я всегда был противником высотных зданий. Почему? Вот на Западе тоже жилье строят не выше 3-5 этажей. Почему? Дешевле в строительстве, дешевле в эксплуатации, о чем я хотел бы сейчас остановиться. И одно из самых главных вопросов современными – это безопасность в случае какого-то катаклизма и даже войны. Дитё войны, и войну видел собственными глазами. У нас, к сожалению, другая система – монетизация строительства для заказчика и строителя.
чем больше этажей на одном фундаменте, тем выгоднее. И вот эта система монетизации, а случись что? Значит, со второго этажа в этих зданиях уже идет электрическая подкачка, чтобы вода шла в верхние этажи. Значит, лифты не работают в случае чего-то. Кашинская история, наверное, кто-то помнит, да? Когда вот эти 25-этажные дубовые подомоги, выскочило электричество на подстанции. Вот катастрофа. 25-й этаж поднимись, без лифта. Воды нет, туалет не работает, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, это продолжается сегодня. И в то же время, вот когда мы это все проектировали, я все время настаивал все-таки на горизонтальной системе всей технологии по горизонтали. Ну вот все-таки этот корпус пришлось делать с лифтами и поднимать этажность. Но мы все-таки добились сделать аудитории учебные с верхним светом, значит, вот, как представленные вот так в виде феера к самому зданию. А вот что касается самой библиотеки, она вначале называлась библиотекой, потом все-таки добавили интеллектуальный центр. Самое сложное было сделать, конечно, саму библиотеку с ее технологией. Технология библиотеки всегда очень сложная, особенно с книгохранилищем, с выдачей книг и так далее, и так далее, с читальными залами. И, соответственно, конечно, вдруг появилась команда сделать музей истории. И один из главных объектов это на самом верху. Это главный зал с большим вот этим верхним светом фойе, амфитеатром сделанный. И сам зал, актовый зал. Актовый зал всегда это очень сложная работа с точки зрения технологии, с точки зрения акустика там и так далее и тому подобное. Там масса вопросов появляется. Удобство людей сидящих, чтобы впереди сидящий не мешал, как говорится. Вот. Обзорность, техника очень современная с самой сцены, с этой пространства, со сцены и так далее, и так далее. Короче говоря, это очень вся работа очень сложная. Но она делалась очень быстро, хотел подчеркнуть. Ушков все время нас подгонял, строители подгонял. И, соответственно, мы тут вкалывали, как говорится. Ну, я, значит, руководитель авторского коллектива Шуваловского вот этой всей зоны. Потом Юрий Михайлович попросил спроектировать ваш жилой дом на Вернадского для профессуры. Я не знаю, профессура туда попала или не попала. Я не могу комментировать. С очень хорошими квартирами. Ну и Доминион, который вот здесь вот рядом, ближе к метро. Здесь уже это чистый коммерческий объект был. И здесь тоже начали давить меня, чтобы Кузьмина, чтобы поднимать этаж. Ну тоже с хорошими. Вообще в Москве у меня много объектов авторских, но учитывая, что был первый заместитель, практически 27 лет я был первым заместителем здесь, с 86 по 13 год, главный архитектор Москвы, очень высокий ранг, но, конечно, нагрузка была очень большая. Кроме того, в 94 году на меня повесили один из ведущих институтов страны, это МНИИТЭП, научно-исследовательский проектный институт экспериментального проектирования. Вот тут я как раз и занимался жильем. В Минске я очень много занимался жильем. Мы первые в Беларуси придумали так называемый
блок секционный метод строительства. Это что такое блок секции? Это вот лестничная клетка с лифтом и вокруг квартиры. И вот каждая эта секция, ее можно ставить, не трогая рельеф, не трогая деревьев, как говорится, открыть и так далее, и так далее. Разные этажности, создавая силуэт и тому подобное. Когда меня зашило по партийной линии в 86 году, притащили сюда, я брыкался, хотел, конечно. Значит, то я был удивлен и поражен уровнем и состоянием проектов и строительства массового жилья. Массового жилья. Огромные дома, по 5, по 10 секций. Самое выгодное для заказчиков-строителей было 17 этажей, по их подсчетам, по экономике. Квартиры были, откровенно говоря, безобразны. Я до сих пор возмущаюсь, как можно было одну из главнейших экологических зон с потрясающим рельефом рядом с рекой, с каналом Галатская изуродовать вот этими панелями. Это должна была быть самая главная зона отдыха, спорта. Но то, что видим, то видим. Значит, и одним из главных вопросов мне поручили, когда еще был Борис Николаевич Ельцин, первым секретарем здесь, наркома, заняться жильем, поменять все это в принципе поменять. Это было очень трудно, потому что я был поражен, 90% жилья массово строилось в Москве, крупнопанельное. Монолит практически не запрещен. Архитектор, конечно, работает интереснее с монолитом. И труднее с панелью, потому что там все завязано с конструкцией несущей. Вот. Мне очень долго пришлось пробивать расширение комнат, потому что 3-метровые была ширина комнат. Высота 2,45. В какое-то время я добился, чтобы высота была 2,75-2,65. А комната стала шириной 4,60-3,20. Но не меньше 3,60. Я был удивлен. Никак не мог понять, насколько Белоруссия. Почему можно было каждому съемщику квартиры стеклить балконы и лоджии, как хочешь. То есть был создан полный хаос в архитектуре вот за счет этой самодеятельности. Я помню, 2 года, и только благодаря Юрию Михайловичу Лужкову я все-таки пробил обязательное стекление, начиная с проекта, лоджии и балкон. Ну, там на $4 дороже. Хотя что, строители тоже дороже. Но сумели все-таки. Дальше. Последние этажи. Реанимация, я вам можно было потом слово скажу. И, соответственно, конечно, должны быть теплые чердаки. Вот у тех же немцев теплые чердаки, там стоит аппаратура. Но по их нормам в каждой комнате, начиная с кухни, с туалета, значит, стоит вентиляция. У нас вентиляция только в туалете, опять с точки зрения экономики. Значит, а наверху стоят аппараты, которые вот этот грязный теплый воздух гонит вентиляцию вверх, там он очищается через эту порту, и этот чистый воздух возвращается обратно. Огромная экономика. На отопление тратим огромные средства. Я вчера открываю один рекламный журнал, смотрю рекламу. По какому-то адресу продается прекрасные квартиры с панорамными стеклами. Что такое панорамное окно? Это от пола до пола. В нашем северном климате с обычным стеклом. На полном идиотре. Понимаете, что это? Ради фасада. Но, к сожалению, в нашей специальности появилась
теперь такая узкая специализация – посадники, которые совершенно не знают технологии того же жилья или какого-то конкретного объекта и так далее. И главный фасад. И главное, чтобы все эти фасад видели. И если он попадает в мансарду, не попадает в мансарду, это ему наплевать. Он эгоист, он видит только свое дело. Вот это наша сегодняшняя беда, к сожалению. К сожалению, она начинается с института. Потому что в наше время, я у того же не учился, значит, в наше время преподавали практики в Московском институте, очень сильные академики. Душки, например, вот его станция Маяковская, Кропоткинская его же, да. И нас учили не то, что классики, что такое пропорции, что такое удобство для человека, какой масштаб человеческий и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, к сожалению, не учат. В этом отношении Минск, он намного масштабнее человек. Там он уже вокруг миллионов населения. Он был главным архитектором Минска немножко больше 12 лет, 13,5 лет. Это было в основном во времена Федора Ивановича Машерова. Это был воюющий спрашивал правитель, если бы. И он очень интересовался тоже архитектурой. Вот. Как-то привезли его в один панельный дом. Пошел в одну квартиру. Дети говорят, детей рожать не будут. Ушел. Все. Он по физиономии кулаков нашим архитектором и заказчиком. После этого сразу стал меняться. Много. Очень много зависит от уровня культуры, высоких водителей. Широты мышления. Вот. Ну, что касается, если что-то вас заинтересует еще по этому объекту, пожалуйста. Что касается самого генерального, самого штаба, решения генерального плана Москвы. Два слова. Ну, каждая эпоха что-то меняет. Любой крупный город, он это живой организм. Что-то отмирает, что-то появляется новое, что-то, как говорится, вот какой-то эксперимент появляется, тогда как. Но самое главное для большого города это такие вопросы. Это прежде всего масштаб города, сомасштабность человека, чтобы город не подавлял человека. Масштаб с точки зрения географии, удобств, доставки человека на работу, с работы и так далее. Это зоны отдыха. Чем больше город, тем должен быть больше воды, зелени, открытых пространств, рекреации. Чего я всегда старался в Минске делать. И, соответственно, здесь очень трудно было это делать. Вот 2 квадратных метров, чтобы он был дешевле. И как можно больше строить. Все-таки в советское время была какая-то прописка в городах крупных. Какое-то регулирование численности населения. Сейчас этого ничего нет. Есть деньги, приезжай. Нет денег, приезжай, найдешь работу. Уже полазили здесь и так далее. Вот. И соответственно, конечно. Сперва решается вопрос генерального плана развития города, где-то на 20 лет, на 25 лет. Вот последний мой генплан Минска был это вот до 2000 года. Мы даже получили премию правительства, значит, за этот генеральный план. Там мы старались все-таки не раздувать, старались все-таки более компактно делать.
главное, один из главных вопросов, конечно, транспорт. Я был тоже удивлен, когда вот меня сюда перевели, и спросил, а где Хордов? Почему все ездят через центр? Потому что вот эта кольцевая система радиальная, исторически сложившаяся, начиная с Кремля, как говорится, по самой Батрае, бывшей крепостей, и она разрезалась по основным направлениям в другие города вот этими радиальными магистралями. И все это сходилось в центре. Все ездили в центр. Постепенно город рос, а транспорт не менялся. И когда руководство города решило делать третье кольцо, более-менее разгрузочное, как говорится, потому что в центре уже хаос, то это оказалось время уже Чубайса. Все сараи, все склады вот в этой зоне, все было распродано по рыночным ценам. И руководству города было крайне трудно было, чтобы их снести для того, чтобы пробить новую магистраль. Потому что эти же участники начали делать для каждого сарая добрый день. Чушь собачья, откровеннейшая, понимаете? Вот. Ну, а Хордовые начали в основном, начались в основном при Семене Семеновиче Собянине. Здесь тоже повезло с мэром. И, соответственно, значит, прежде всего он взялся на транспорт. Абсолютно правильное решение было. Но самое тяжелое – это центр опять. Центр же весь застроен, вы понимаете. И, соответственно, вопросы парковок – один из важнейших вопросов и сегодня. Откровенно говоря, не решен. В центре, везде на западе, везде в Берлине, еще где-то, в центре полно огромное количество подземных стоянок в разных уровнях. У нас же некоторые деятели для экономии предложили парковки чуть ли не до 9 этажей на 1. Я возражал против этого идиотизма. Кто водит машину, знает, что по пандусу подняться на 9 этаж на машине и спуститься. Ну, очередной. Идиотизм чиновников, понимаете? И мы сейчас, значит, это остановили, тем более цены сразу забрали там. Но один из главных вопросов сегодня, особенно для центра, первое. Второе. В жилой зоне я предлагаю делать вот 3-4 этажа в каждом дворе из расчета на жителя места. Но для этого надо было изменить санитарную норму. Санитарные нормы нам еще с советского времени, 30-х годов, никто не менял. Там половину полный идиотизм. Я говорю, не все, почему идиотизм. Вот эти новые евроокна, они не пропускают. А все требования были вот эти санитарные с советского времени. Расстояние между домами, вот эти санитарные, чем выше дом, тем больше между ними расстояние, которое вы не можете ничем использовать. Понимаете? То есть теряли ценнейшую землю в результате. Со всем этим вот, приходилось бороться, прежде всего бороться с чиновниками. Особенно санитарные инспекции, которые им всем выгодно таким образом, чтобы должен с ними согласовать. Сейчас уже согласовать не так просто, понимаете, да? С пожарником еще труднее согласовать, чтобы последний талмуд, который они выпустили, вот такой толщины. Я так и не смог его прочитать. Вот. И, соответственно, вот в такой системе приходится работать архитектором, проектировщиком, смежником системы и согласовывать. И вот что касается опять-таки генплана, я, например, и сегодня убежден,
несколько вариантов развития города. Я сегодня убежден, что в городе очень много мест, где не надо расширять город до карикатуры. Очень многое можно сносить. Очень многое можно сносить, где которое не представляет собой никакой исторической ценности, никакой архитектурной ценности. Особенно это вот хрущевские времена. Хрущевские времена. Ну, с одной стороны, Хрущев огромное дело сделал, когда начали строить пятиэтажки. После войны люди жили в землянках, я еще помню это время, даже в Москве помню. Деревянные бараки, даже трехэтажные были деревянные бараки с выгребным сортиром. Значит, и коммуналки. Я сам в детстве прожил в коммуналке. Общая кухня, общий сортир в конце коридора. Одно из самых ярких воспоминаний. Спасибо. Но все равно люди жили дружно, бедно. Коллективизм, который стал пропадать в определенное время. Вот. И еще надо сказать спасибо за то, что начали с перемен в середине 50-х годов строительство вот этих пятиэтажек. Но денег не было у государства. Надо же было восстанавливать после войны всю разрушенную европейскую часть. Вот такие, как Минск, понимаете? Была одна страна, Советский Союз. Вот. И, соответственно, конечно, экономили на всем. На высоте, на помещении, на совмещенном туалете с ванной сидячей, на кухне 4 метра величиной и так далее, и так далее. То есть все делалось по минимуму. Но люди были очень довольны, они впервые получали отдельную квартиру. Отдельную свою квартиру. Причем, значит, опять из экономии холодные крыши. Где-то этажи все подверзали, протекали. Вот. Лифтов не было. Пятый этаж надо было подниматься и так далее, так далее, так далее. Подъездов не было. Первый, кто ввел, могу похвастаться, в Москве, это я. Все эти дома делались без подъездов, уходили прямо в лестничную клетку. Не было вестибюля до где-то до 87-го года примерно. Вот. Но я все-таки добился, чтобы буду уже работать. Чтобы были вестибюль. Чтобы были устройства для инвалидов, чтобы он мог в дом попасть, они тащили его на коляске. Чтобы было место, в том числе спальное, с туалетом, место для вахтера. Потому что уже криминальная началась эпоха, где, в общем-то, люди боялись, как говорится. Особенно я предложил Лужкову запретить жилье размещать на первых этажах. Первых этажах. Это была тоже проблема, потому что чем потом заняла первые этажи? Но оказалось, что это очень просто. Появилась масса всяких хозяйчиков мелких, частных, которые с удовольствием это скупали, перепродавали и так далее, и так далее. Вот как вот мои золотые ключи вот тут вот рядом, это конец 90-х годов. У нас трое авторов было, я был ведущим автором. Хорошая квартира. Каждым домом бассейн, парковка, фитозона и так далее, так далее. И я сегодня знаю, что там многие живут в Америке, в Израиле, что стоит очень большие деньги сейчас. Конечно, жилье я сегодня убежден, должно быть с точки зрения меня как специалиста, наверное, еще. Даже в столице, хотя в столице все намного дороже, конечно. Понятно. В Минске тоже стало все дороже. Вот. Но есть понятие социальное жилье. Я помню еще в начале 90-х годов примерно 1/3 от 5-4,5 миллиона квадратных метров в год
построенного жилья для обычного, для среднего класса, для социалки отводилось 1/3. Ну что по социалке? На Западе социалка, там, видите, и передние тоже, кухня-ниши, как говорится, вот. И там четко смотрят, сколько ты зарабатываешь. Если ты чуть больше стал зарабатывать, я отниму вот эту социалку сразу же. Вот. Французов, я помню, это было. Я когда вот работал в Минске, еще, потому что я не подчинялся первому заместителю председателя Горсовета по строительству, как здесь сегодня, значит, и вчера, он меня одновременно отдал права за министра республиканского, там председатель госстроя. Я сразу получил большие права. Я стал главнее строителем. Во всем мире архитектура – это идеология, а строительство – это исполнение этой идеологии. У нас же, к сожалению, в советского времени строительство важнее идеологии, архитектуры. Одно из составных больших частей культуры, истории и так далее. Так далее. Понимаете? Но это все уровень мышления. Вот. И вот это пятиэтажки 50-х, 60-х годов, потом начали поднимать этажность, потом начали чуть-чуть улучшать квартирки и так далее, и так далее. Значит, это социальное жилье на Западе, вот таких параметров. Что сделали немцы, когда с помощью товарища Горбачева объединились в одно государство? С Восточной Германией, я много раз бывал там, значит, было такое же крупнопанельное домостроение, такие же пятиэтажки, до 9 этажей. Ну, конечно, по качеству лучше, по строительству, прежде всего. Вот. Они снесли во всю Восточную Германию, Санкт-Петербург, там все эти города восточные. Они снесли 2 дома на всю Восточную Германию. Все остальное они не тронули под снос. И полностью модернизировали. Я туда несколько раз ездил изучать, как это все сделано. Это было потрясающе сделано. Огромные льготы для людей. Но могут у нас, например, без выселения даже временного ремонтировать квартиру. Поменять все инженерное оборудование внутреннее, утеплить здание снаружи, приставить лифты. Сделать теплые чердаки, сделать вестибюльные приставные группы и так далее, и так далее. Все устройства были бы только немцы на высоте. Ну а у нас решили все сносить. Значит, я начинал этим заниматься. Тоже еще во время Пушкова. Вот. Мы посчитали 36 миллионов квадратных метров пятиэтажек, включая кирпичные, тех времен. 52 миллиона квадратных метров 9-12-этажных, это 60-х, 70-х годов, которые тоже требуют уже модернизации. Мы решили в первую очередь сносить середины 50-х годов самые первые пятиэтажки. Самые первые пятиэтажки, песчаные, там, потому что они могут сами рухнуть. У них срок был 25 лет. Вот. Начали сносить. Но прежде всего вот мой институт занимался этим тщательным обследованием. С чем мы столкнулись? Как в эти вот 90-е годы, когда был полный беспредел во всем. В квартирах вместо 3 по нормам прописанных оказалось 7-10. Но у всех у них прописка официальная. А раз у него есть прописка, ему обязаны дать 18 метров на человека. И никуда не денешься. И все остановилось. Что оказался огромный фонд новый надо строить, чтобы переселить. Поэтому мы решили вот 6 миллионов сносить, остальные модернизировать. Мой институт разработал целый ряд проектов
по типу немцев, значит, вот, которые по сравнению с новым строительством стоил всего 30-40%. Значит, полностью замена инженерного оборудования, и вот то, что я уже назвал, я не вкладываюсь, наверное, да? Вот. И, соответственно, я лично сторонник сноса, но знаю, с чем люди столкнутся, и знаю, чего это стоит. Вот. Прежде всего, надо тщательно все и раз проанализировать. Если эта тема растянута на 15 лет, я задаю вопрос, а что людям, тем, кто идет на второй, на третий, очень-то они будут в этих условиях продолжать жить, значит, в любом случае ремонт надо делать какой-то, понимаете? Самое главное – безопасность здания, чтобы оно не рухнуло. То есть это огромный комок размеров. В принципе, руководство города правильно приняло решение сносить. Но все это должно быть еще раз тщательнейшим образом просчитано, продумано, начиная, как говорится, с проекта планировки, где что размещать, потому что надо же и школы, и детские сады, и торговлю, и медицину, их тоже надо модернизировать. Или сносить, или строить новое. То есть жилье, комплексная жилая среда должна быть. А что такое комплекс? Это когда рядом школа, не надо куда-то ехать. Это рядом детский сад. Я, например, сторонник детских садов небольших, пусть они частные будут, но с контролем за ценой, конечно, государственным. Во-первых, тоже жизнь спокойно можно делать. Жизнь спокойно. Это как письмо. Вот. Сейчас, к сожалению, пошла мода на увеличение школьных параметров, на увеличение значит, детских садов, вплоть до того, что давайте будем делать сады чуть ли на 400-600 мест. Правда, одному чиновнику высокому задал вопрос, простите, а если один ребенок заболел в детском саду, это значит 600 мам не выйдут на работу, а вы мне говорите, что надо беречь трудовые ресурсы. Кто умнее, архитектор или вы чиновник? Понимаете, иногда приходится вот так драться, просто драться. Второй вопрос, конечно, по сносу, это многих касается, конечно, очень. 36 миллионов квадратных метров. Я все время подчеркиваю, что 9-12 этажей 60-70 годов, 70-х, они примерно в таком же положении. Там однослойные панели, как и пятиэтажка, 40% тепла уходит через эти окна, через эти панели. А вы платите теперь из собственного кармана за все. Раньше государство, за копейки это стоило, а теперь вы должны платить из собственного кармана. Даже эти 40%, которые уходят на улицу. А добавьте к этому внешние коммуникации, которые давно прогнили. И зимой едете, видите, там травка растет на этих местах. Отапливаем землю и так далее. То есть это крайне необходимо, это надо своевременно все делать, а не накапливать вот в таком огромном объеме десятками лет. Понимаете? Я думаю, что эта задача по плечу сегодня все-таки. Только надо тщательно разложить по полочкам и убедить людей, как говорится, вот, потому что многие привыкли к этому жилью, многие, так сказать, не хотят переезжать даже. Вот. Кроме того, не надо забывать, что там в основном люди пролетариат живут, который не может купить сегодня такую квартиру. Об этом тоже власти должны думать, что жилье должно быть недорогое. Но комфортабельно, по современным нормативам. Вы должны быть, входите в квартиру, это северный климат, вы должны, говорят, снять калоши, снять мокрую одежду, передний, это черные передние. Потом вы должны войти в холл распределительный, где можно еще мебель поставить. Потом должна быть кухня, да, например, по всех моих, у меня автор многих серий вот этих, ну, вот эти красно-белые дома, знаете, вот эти вот, вот. Они рассматривают, потому что там квартиры тщательно продуманы.
Я, например, совершенно убежден и тут заставлял делать. Лоджии должны быть при кухне. Простудился вчера. И кухня должна быть, чтобы хозяйка в один ряд все это делала. Но кухня должна быть не меньше 3,60, чтобы можно было стол поставить. Ну, по 75, по 60, не меньше. Туалеты должны быть в глубине при спальне. Спальни должны быть в глубине. И у вас должен быть парадный вход на общую комнату. Общая комната должна быть минимум 4,60 шириной. Вот. И даже ванна. Тот же туалет. Я никак не мог понять, извините меня, за Прибату, когда я в Москву приехал, как это люди ходят в туалет, а потом руки моют, идут в другую комнату, в ванну. Где на рубежом этого не увидите, идиотизма. Тоже с точки зрения экономии, что ли. Там должен быть маленький рукомойничек в туалете. Элементарно просто, копейки стоят, понимаете? Но надо думать об этом надо всегда. Когда ты что-то проектируешь. Извините. Старый уже. Вот. А спальня тоже надо думать, как ее делать. Например, головой нельзя спать в внешней стене. Очень вредно. Головой нельзя спать к окну. Головой очень не рекомендуется спать головой на юг. Такие элементарные вещи, которые человеком тысячелетиями отработаны. Вот, поэтому надо знать, как мебель расстраивать. Когда ты проектируешь квартиру, ты уже должен расставлять мебель, как архитектор. Чтобы людям удобно было. Если казалось, такие мелочи, из которых состоит работа, она, конечно. И, наконец, эстетика здания, архитектура здания, внешний его вид. Но я уже сказал, что я против Петушина. Извините, когда я недавно ехал тут туда, значит, в сторону Митина, появился какой-то новый квартал, где я никак не понять, где у дома верх, где низ. Дома он как человек, он имеет голову, туловище, ноги, понимаете? Все вверху ногами. А самое главное, жилой дом синего цвета. Синий цвет, он отталкивающий цвет, понимаете? Жилая среда должна быть светлая, теплая, уютная. Вот. И какие-то яркие, какие-то как значок вставочки цветные. Вот. Все бросили в другую крайность. Ну и наконец высотные здания. Высотные здания. Конечно, большие города растут вверх, к сожалению. Особенно всякие офисы, банки и так далее, и так далее. Вот. Но примерно с 25 этажа человек начинает терять иммунную систему. Генетики доказали. Он в самолете уже. Кто-нибудь бывал в Сити? Вот я один из, и Юрий Михайлович, при всем ко мне уважении, злился на меня, когда я говорил, что это нельзя было делать. Зачем нам в центре исторической Москвы сделать плохую копию Сити Нью-Йоркского? Вот эти черно-серые головешки, извините за выражение. Где, в общем, стоимость эксплуатации, стоимость аренды совершенно дикая. Это пиар олигархов. Я по-другому не могу назвать это даже. Понимаете? И вот откуда вы не едете, центр у нас в виде вот этой группы. Причем от проекта согласовано был очень известный, очень уважаемый мной архитектор Борис Тхор. К сожалению, ушел из жизни. И одна из причин того, что плюнули на его проект. В угоду деньгам, значит, в том числе товарища Полонского,
один из моих главных врагов лично. Почему я на Ленинском проспекте, я проводил проект, и когда из Внуково въезжаете в машине, белые дома с такими оранжевыми вставочками с правой стороны. А дальше на пересечении с Удальцова там вот группа таких вот разноэтажных сельсов. Хозяин Полонский. Он там хотел сделать жилой дом 75 этажей. Я едва-едва добился до 45. Он меня предупреждал. Но я был страшным удивлен, когда его выпустили из тюрьмы. Все, что я могу сказать про этот план. Вот. А что касается, опять-таки, высотности, я еще раз подчеркиваю. Мы должны взять западные нормативы и строить жилье. Немцы намного более плотное жилье строят, до 5 где-то, ну, максимум там до 6 этажей. Конечно, с лифтами, со всеми и так далее. Обязательный подземный паркинг. Мы все время с Кузьминым пытались добиваться в массовом жилье, парковки или во дворах рядом с домом, или же санитара нам не дали, или под землей. Ни того, ни другого с точки зрения экономии не дали. Сейчас огромнейшая проблема. Вот я живу в центре, парковок нигде нет, все парковки на улицах убраны. Я до сих пор не могу понять, зачем сузили проезжую часть. Значит, там, где я живу, там два человека в день проходят, и тротуары увеличены в два раза. Не хочу никого критиковать, другой специалист не будет понять, честно говоря. Вот. А проезжая часть сузили. Особенно в центре. Этой точки зрения нельзя быть. А жилье нам надо. И вот эти вот дворы в центре все, еще сталинского времени, до военного времени, они небольшие, эти дворы. Они не зеленые, там и так далее, и так далее. Вот. А что они, думаете, превратили сейчас? Первые этажи выкуплены всякими бандитами, ресторанами и торговыми. Чипы у них от ворот, и сейчас эти дворы в центре превратились в самовольные платные стоянки для тех, кто приезжает. Вот чем это все кончилось. Поэтому город как система, город как орган, а я Москву и Минск рассматриваю прежде всего как столицу. Государство. Столица, она прежде всего должна иметь столичные функции. Это центр управления государством, центральный орган. Это центры науки и образования, самые сильные. Это центры медицины и так далее, и так далее. А потом же, но промышленность должна быть. Мы не можем все сидеть в офисах, в банках считать деньги. Что-то кто-то должен производить, наверное, все-таки полезное для людей. Поэтому я, например, считал, что ЗИЛ надо, может, нужно поставить. Правильно сделали, что все было снесли, это просто вредительство было в своем мире. Вот, в центре, почти в центре города. Совершенно антисанитарная вещь. А на базе можно было ЗИЛа анализировать, сократить, сделать, но дешевле все равно. То есть вот, к сожалению, монетизация в целом, монетизация, она дает плюсы, и с другой стороны, дает много минусов. Это мое субъективное мнение. И, соответственно, что-то после нас должно оставаться на долгие годы. И чтобы люди ходили и говорили, что какое дерьмо они сделали. Для архитектора очень опасно. Я, правда, отношусь к такой, с детства у меня родители были строгие, спасибо им, Царство Небесное. Учителя у меня были строгие,
грамотные, переучили меня к честной самокритике. Вот. Я приезжаю тут мимо и думаю, не так надо было делать, уже не поправишь. Ну вот так примерно. Я, когда бываю в Минске, горжусь тем, что почетный гражданин Минска, что, как ни странно, мне выбрали почетный гражданин Минска аж через сколько лет, в 2008 году. Я был удивлен, конечно, но я очень, очень, как говорится, горд этим. Вот. Я хорошо знаю Гоголя, мои родители Гоголя похоронили. Город тоже сильно был разрушен. Это второй город фактически республики. Очень промышленный центр был. И сейчас. Вот. Хорошо строится. Но тоже хрущевские времена эти вот с пятиэтажками. Та же и Минские. Еще при мне начинался этап модернизации пятиэтажек Минских. Потом мы тоже в 90-е годы все выглядело. Сейчас. Я, например, считаю, абсолютно мудро принял решение Александра Григорьевича. Я его хорошо знаю, когда он затормозил огромное количество жилого строительства в Минске. И объяснил очень просто. В деревне надо кого-то оставлять все-таки. Кто-то должен сельское хозяйство вести, продукты выращивать. В городе этого не сделаешь уже. Вот. И даже мой какой-то объект возглавлял на проспекте Дзержинском. 4 дома построили, остальное все остановили. Хотя там метро новый, станция рядом. Вот. Ну а в целом, Паша, извините меня, если что-то никто сказал. Это вопросы. Пожалуйста. Спасибо вам большое за проведенную лекцию, за то, что вы удостоили честью посетить наш факультет. Нам очень приятно всем учиться в этом здании, которое было построено под вашим руководством. За это вам отдельное спасибо. Мой вопрос такой. Я бы хотел узнать, а как вы вообще пришли к этому призванию архитектора? Это очень просто. Я здесь хорошо рисовал. Если архитектор умеет рисовать, это чуть-чуть тоже. Когда я смотрю, когда современный архитектор не может оторвать глаз от компьютера, то это то, что мы уже видим, то и получается. Знаете, вот. Должен сперва нарисовать идею рукой, собственно. Потом уже это через компьютер начинает прорабатываться с смежниками и так далее, и так далее. Но ты все время контролируешь этот процесс. Приехал из Западной Белоруссии в 50-м году в один из самых элитных институтов, Московский культурный институт. Что думаете, блата тогда не было? Был. Вот. Элитный институт, но много деток всяких, включая членов политбюро, там, Маленков и Василевский. Я приехал. Четырем человек был конкурс на это место. Попал.
6 лет учебы. Последний год это преддиплом, диплом. Прекрасная практика, прекрасное все время обучение. Все это технический вуз считается. Сопромат, физика, конструкции и так далее. Все это надо было изучать. Нас готовили комплексные специальности. У меня в дипломе написано «Архитектор широкой профиль». Сейчас я тебе вот так вот. Еще вопросы? У меня 8 памятников в Москве. Работа со скульптором – это тяжелейший процесс. Почему? Архитектор придумывает идеи. Придумывает масштаб этой идеи. Значит, обрабатывает все место, начиная с эскиза. И скульптор по этому эскизу уже делает скульптурное изображение. Здесь начинается между ними вражда и драчка. Потому что, к сожалению, скульптор, кроме своей фигуры, ничего не хочет видеть. Ну, как некоторые наши современные архитекторы. Да? Вот. До сих пор советского времени, чем больше скульптура по величине, тем он больше получит. Ну, вы видели это. Площади Владимира, да? В оправдании скульптора я должен сказать, что он делал его, этот размер, для Воробьевых гор. А с другой стороны, правильно, общественность подняла хай, что оно закрывает с Москвы силуэт уникальной университета. А время у него уже поджимало, а он там еще архитектор задумал пьедестал 25 метров высотой, чтобы со всей Москвы был виден. Но, слава Богу, не сделали этого. И долго искали новое место. Но не нашли лучше, чем это место, как говорится. Вот. Общественность поддержала. Но, конечно, масштаб должен быть. Рядом дом Пашкова, рядом Кремль. И когда фигура выше кремлевских башен, то у меня, извините, но комментарий. Хотя скульптор, я с ним делал два объекта, очень сильный скульптор. Правда, я ему говорил, а зачем у тебя на Владимире татарский шар? Он страшно обижался. Ну, а история с Жуковым. Ну, я, у меня огромное количество военных мемуаров, и я вообще очень люблю историю. И вообще хотел стать журналистом, сказал. Значит, я сегодня убежден, что самый сильный полководец был, конечно, Рокоссовский. Вторым я уже считаю, значит, Жуков. Там по положению больше. И до сих пор убежден, что без Сталина еще неизвестно, что было. При всех, как говорится, другие вопросы, рецепты. Развивать войну – это преступление, с моей точки зрения. Вот. Помню, меня везли нашего брата, моего старшего, меня и мать, к отцу Барановича в 44-м году. По белорусской дороге справа и слева еще ничего убрано не было. Танки, руди, окопы. Страшная картина была. Вот. Но Жуков считался главным, значит, вот, в этом отношении. И когда делали Поклонную гору, Поклонную гору автор, значит, Полянский, народный архитектор СССР, к сожалению, ушел из жизни рано, вот, автор всего этого комплекса главный. Потом, к сожалению, после смерти пришло, начало меняться. Ну, музей это и был, вот, палки это не было. Вот, и, соответственно, конечно, вот эта лестница, ведущая к Алексеевскому монументу,
лестнице ставит академический пьедестал с полководцем. Причем полководец должен серьезно жить. В общем, все будет. Отечественной войне. И ничего там другого не должно было быть. Понимаете? Потом появилась церковь. Потом появился, значит, это самое, где на самом, правда, территории, мусульманский храм. Потом появилась синагога, значит, и начали появляться уже другие памятники. Ну, например, вот как раз я со Щербаковым делал памятник интернационалисту. Я все-таки заставили нас там поставить. Вот. Памятник богатырям на углу Минской улицы. Это тоже мой с Бичуговым. Значит, его ставили в другое место, я предложил тут поставить. Причем, я помню, Лужков еще ругался со мной, почему я его под экзамен поставил. Потому что скульптуры были, если их поставить параллельно, значит, проспект не будет смотреть на север. Не должны смотреть на запад. Повернул так, чтобы они на запад смотрели. А что касается Жукова, да, это есть команда. Есть команда поставить на красный площадь. Не на красный, а на манежный. А он уже был готов фактически для этого места на Подводной горе. По масштабу и по всем этим запахам. Здесь вообще я с очень уважаемым мною Лыковым, ушел из жизни тоже. Он был больше церковный скульптор. Раньше его государственное время. Вот. Но очень упрямый был и никого никогда не слушал. Значит, вот. Я все предлагал, давай консилиум соберем. Ты первый раз в жизни делаешь лошадь. Никаких, не надо, я сам уверен. Сделай лошадь. Потом у него ударила в голову идея, что Жуков должен и подниматься на стремена и сделал прямые ноги. Но, конечно, Жуков старый кавалерист, конечно, не сидел. Причем он делал это со снимка с Красной площади Парада Победы. Там он ехал на таком бельгийском здоровенном белого цвета, с хвостом развивающимся на жеребце, а Косовский на нашем, на скакуне ехал, на дагестанском. Вот, давайте, когда мы начали наставить, давайте поставим его на Красной площади, с той стороны исторического музея. Оправдывали мы чем? Минин и Пожарский, с той стороны, да? А с этой стороны Жуков. Скульптор, архитектор знает, что скульптуру надо обязательно поворачивать лицом на юг, чтобы освещение было. Или на юго-запад, или на юго-восток, но ни в коем случае не на север. Значит, вот. И вот мы предлагали там, тоже на определенном расстоянии, поставить на пересечении примерно Никольской улицы, там нам хорошо становится. Вот. И по масштабу встать. Не очень. Но сказали, нет, там не будем ставить, ставьте с этой стороны, на Манежной площади. А время уже поджимало, 8 мая 95 года надо уже открывать. Ельцин открывал со всеми своими командой. Вот. Открыли последнюю ночь. Я говорю, слушай, у него рука показывает на ресторан «Москва». Чего делать-то? Перестань цепляться, значит, ну надо же
с души. Смеяться будут. Народ самый мудрый. Это народ. Он все видит. И все понимает. Ну, анекдоты рассказывают сразу. Как про наши все здания анекдоты рассказывают. И так далее. Ну, я, например, первый в Москве сделал в 94 году. А, сперва мы с Клыковым делали, значит, Кирилла и Мефодия на Славянской площади, старая мараночная площадь, где он тоже мне немножко напакостил, потому что у меня по силуэту двух фигур, вот в альбоме есть эскиз, что я придумал, и пьедестал должен был такой же ширины. Ну, а это из бронзы, он отливал на этом самом, на Ленинграде, на заводе, и увеличил на 40 сантиметров пьедестал. Эти двое ребят стоят на столе. Ну так со скульптурами приходится работать. Вот. А, значит, пригнали в последнюю ночь этот кран, автокран, начали его поворачивать немножко, чтобы он рукой показывал на улицу Горького, на Тверскую, на запад. Вот. И вдруг одна нога повисла, задняя. Вот, ему пришлось еще ногу там ночью переделывать. Вообще, анекдоты забавные, конечно, но приятно вспомнить. Это все работа, понимаете, это все труд, это все муки творчества и так далее, и так далее. Когда Борис Николаевич открывал, пьяный стоял, значит, вот, а он меня сюда притащил, вот сам, в Москву. Он меня спрашивает: «Ёрка, ты еще жив?» Я говорю: «Жив». «Я тоже». Он говорит: «Слушай, а почему конь стоит с поднятым хвостом? Он же не скачет?» Я говорю: «Это Клыков». «Это Клыков». «Клыков, ты знаешь, когда конь стоит с поднятым хвостом, что он делает?» Сочили тут же ха-ха-ха, конечно. Люди Клыков, я не знаю, как он это пережил все. Но это уже как анекдот. Были, но уже анекдот рассказывали. Вот такие каждый раз муки творчества, понимаете, очень тяжелые, очень сложные. Последний мой памятник, предпоследний памятник — это Янки Купалы. Гумилевским львом, старым моим знакомым приятелем, мы делали. Это был подарок Москвы, то есть от самой Белоруссии, в Москве. В ответ на подарок я с Ореховым, покойным народным художником СССР, собственной жизни, делал минские пушки. Пушки, точнее. Выбирал место. Потом над этим местом меня Лужков вызвал, сказал: «Давай делай дом Москвы, культуры деловой центр». Я ему показал скидок, сказал: «Я их не попущу. Слишком современно. Дом Москвы должен быть похож на Моссовет. И как хочешь». Вот мне пришлось сделать классику, которую я тоже стал забывать. Сделал учебники. Сделал классику с колоннадой там, и так далее, и так далее. Такого же цвета, как Моссовет. Ну, интересно было, конечно. Вот. А Янка Купалу, когда я увидел скульптуру, я сказал: «Категорически не пропущу». Он сидел, вы знаете, около библиотеки на горшке сидит Достоевский. Видели, да? Я до сих пор не могу понять, почему его поставили. Там же на барельефах и Пушкины, самые великие, и Толстой, и все остальные. Его-то зачем впереди поставили, понимаете? Ну, время было такое. Вот. Ну, примерно памятник такой же был. Тоже сидел на горшке. Значит, вот. Согнутый. Скульптор говорит: «А мне очень нравится как Гоголь памятник, который во дворе, который при Сталине, потрясающий гениальный памятник, выкинули, засунули в окурки, он жил, значит, и поставили полководца в виде Гоголя, значит,
что можно сказать. Я нарисовал эскиз стоящего у плетня. А это еще папа Рецепенко должен быть. Янка Купалыч, знаете. Ну и вот сделали. Получили премию Союза государств, как ни странно. И последний мой памятник — это Глазнику Федору по просьбе его жены. Видовым. На Дмитровском шоссе в парке. Я предложил сразу благоустроить парк. Пешков это поддержал. Вот. Заодно благоустроили и назвали этот парк именем Федора. Ну, конечно, гениальный врач. Новый хозяин даже не дал поставить рядом с его больницей. Ну, что после этого можно говорить о моральном состоянии иногда в нашем обществе. Еще вопросы есть? Вот там еще вопрос был. Кто-то поднимал. Юрий Петрович, спасибо большое за вашу лекцию. Спасибо, что посетили нас. У меня вопрос о том, что вы в своей лекции упомянули, что вы скорее сторонник сносов домов. Но мне интересно узнать ваше экспертное мнение о нашумевшем проекте реновации. Ну, что я могу вам сказать? Я хорошо знаю эту тему, изучал ее и в Германии, изучал, и во Франции изучал это. Причем мне повезло. Федор Леонидович Маширов меня очень пришел замминистра одновременно из Испании, назначил представителем Европейской экономической комиссии, комитета по строительству строительства, организация ООН. Я два раза ездил в Женеву в год и оттуда ехал в народное жилье в Испании. Образование в Скандинавии. Вот это раньше я сказал, что тебя будут писать анонимки, завистники, что ты агент империализма, но учись кое-чему. То, что им лучше, им не лучше придумать, но адаптируй с учетом нашего климата, менталитета, истории и так далее. Что я делал в Минске? Минск стал в свое время лидером, поэтому меня сюда и притащили. До сих пор у меня много врагов и позиционеров. Вот. Человек, который не дает делать вал квадратных метров и прибыль. Это очень сложно, особенно сегодня. Вот. Ну вот я сейчас, в прошлом году, уже, к сожалению, старый, мне 85 лет, вышел на пенсию. В 2002 году, когда мне 70 лет, я попросил Юрия Михайловича, чтобы меня отправили в проектный институт, потому что мы замы, это институт расчетный, государственный, получали в 5 раз больше, чем я, на государственной зарплате, потому что без главных тех торгов. Вот. Не пустили. Вот. Две моих таких тяжелых ноши на моих плечах я тащил до практически до 13-го года. Сейчас могу уже мемуары писать, хотя я еще и консультирую, конечно. Вот, и... Последняя моя крупная работа была, которую возглавлял, это Федеральный восстановительный центр на Новоалгасе. Огромный комплекс, крупнейший мэрии. Справа, когда вы съезжаете туда. Тоже очень сложный объект был, технологии немцы были, медицина, прежде всего, технология, значит, конечно, очень, очень сложная работа. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Юрий Александрович, прекрасный рассказ, я с удовольствием слушал, но у меня маленький вопрос, хотя бы, чтобы вернулись в Минск. Вы часто упоминали Петра Мироновича Маширова. Вот вы посвятите, была ли идея, когда вы были архитектором главного Минска, идея вообще-то на создание нового университетского городка? Я для начала вам папа ответил, хотел бы так почти маленько сказать. И в этой связи все-таки
то, что ВГУ не имеет университета по-настоящему городка, вот, была ли тогда идея, развивалась ли она? Ну, я вам скажу, я тогда еще начинал. Начинал я государственную армию. Это было очень большой пользы для меня с точки зрения дисциплины, особо контроля. Вот. И начинал рядовым архитектором где-то в 58-м году. В промпроекте, значит, большой институт. Я не пропустил своей биографии ни одной рабочей ступеньки. Меня поражает, когда человек, не пройдя никаких ступенек, становится министром или еще чем-то. Меня это не то что поражает, а возмущает, честно. Как можно руководить отраслью, не зная ее? Понимаете? Деньги только считают. Вот. Поэтому наше поколение не может стать директором завода, пока не мастером, цехом и так далее, и так далее. Все должно пройти. Тогда ты становишься специалистом уже, руководителем хорошим. Вот. Ну, а что касается, я делал тогда, это во время еще хрущевского времени. Хрущев ведь сволочь такая, извините за выражение. Вот. Он начал, я с моей точки зрения, разрушать страну. Вот. Сельское хозяйство начал. Вот. И он запретил, он вообще архитектуру слова запретил. Он запретил в целях экономии штукатурить здание. Вот одним пятиэтажным домом застроим всю страну. Вот у всех людей обеспечим таким жильем. Не думал, он же говорил, что коммунизм не писал. Вот. Но все это же произошло. Лауреаты Сталинской премии, знаменитые архитекторы, у них были отняты лауреатские премии. И вот за эти высотные здания сталинские, которые до сих пор держат свой посад. И вот самое, значит, и станция метро, совершенно потрясающее произведение искусства. Все это было отнято, это объявлено было излишествами архитекторов вообще. С дерьмом, извините за выражение, вот тогда при Сталине архитектор тоже очень. Они неплохо, кстати, заработали. Раздельно работали. Гонорарные они были. Во всем мире архитекторы не гонорарные. Сидит как писатель, как художник и так далее. У нас архитектор сидит до сих пор на работе. Вот. И в этом отношении начали за речкой делать вот этот маленький, одно общежитие сперва построили вот это. Потом я попросил, уже будучи в Москве, его немножко модернизировать, потому что излишества никаких не разрешалось, просто коробка стояла. Потом добавили вот эти пятиэтажные там, значит, вот. Я несколько раз говорил, вот, например, архитектурно-строительный институт себе просто записан, вынуть из политехнического института, и поставил вот там наезд, да? Огромное пространство и так далее. Ну, об архитектуре будем говорить, архитектор очень хороший, я с ним делал вместе младшим, очень талантливый, ушел из жизни тоже очень талантливый. Мы с ним делали международный аэропорт, у нас Минск-2, наш уровень. И, соответственно, я предлагал найти место найти, более свободное, что в центре, зажатый со всех сторон, не вдохнуть, не выдохнуть, как говорится, вот. Отдать это под чиновничьи нужды, огромным количеством чиновников, естественно, значит. И вы будете, как говорится, тогда, что вдруг тогда в это время, я уже стал забывать, ректором. Севченко, вы видите? Севченко. Антон Никитин. Севченко. Это был такой огонь, это был бешеный человек. Вот. И он меня как раз в этом отношении поддерживал. Понимаете? Ну. То есть идея Щемусица, это идея ваша? Да. Вынос на Брестское шоссе. Да. Но автор Константин Ларчин. Хороший человек. И эти 100 городов общежития, да?
Я делал первое техническое и делал двое нас архитекторов, делали Султанова для политического института. Я до сих пор не могу понять, почему каждый маленький педаинститут теперь называется университет. У меня отец был деканом Думинского университета. А это, до этого был там педагогический институт. И вот когда это пошло много до университета, даже строительный институт знаменитый московский на весь мир. Он теперь называется строительный университет. Ну, Бауманский. Да? Бауманский тоже знаменитый. Институт был сделал университет. Конечно. Давайте еще один вопрос. Спасибо большое за лекцию, Юрий Пантелеймонович. У меня тоже вопрос касательно Минска. Вот последние 12-15 лет Минск развивается, строится здание. Могли бы сказать, какие здания вам нравятся в Новом Минске, какие, наоборот, вызывают возмущение и так далее? Каверзный вопрос. Я никого не хочу обижать, во-первых, тем более своих коллег. Хотя творческий цеха не очень сложный. Тщеславие, завистливость, где-нибудь за углом с тобой поцелуется, за углом он тебя где-нибудь нагадит и так далее, и так далее. Ну, это такой мир творческий весь. Что актер, артистов, что художников, и так далее, и так далее. Я называю вот 260-летие Академии художеств, я член и этой Академии России. Причем церетели меня долго не пропускали, академики, буквально 2 минуты. Я был против размещения в этом масштабе на реке Петра I. Колумба с головой Петра I. Значит, вот. И церетели требовали меня вообще выгнать в Москву из-за этого. Потом поделились, значит. А началось с того, молчал, чиновник, принято решение, надо выполнять. Какой-то корреспондент сунул мне в рот на ходу микрофон и спросил: Виктор Павлович, как вы считаете, где этот памятник должен стоять? Я неглядно сказал, он должен стоять на берегу Финского залива. Что в Москве делать? В кораблике играл Пифорту, вот только ненавидел Москву после Стрелецкого бунта. И для этого придумал на костях Петербург. Значит, вот. Ну и утром меня вызывают высотное начальство, сказал, ты что несешь? Думай, что ты говоришь. Да ты потребовал тебя выгнать из Москвы немедленно. Ну что ж, давайте, я с удовольствием вернусь. В это время Лужков был в Минске. Такое совпадение, понимаете, в случае. Но тоже не очень удобно делать. Ну и планерка, это олимпийское деление тут рядом, по Мичуринскому, я должен быть куратором планерки. Мало заставил из трубы речку вынуть, значит, воду сделать, заставил холмы там сделать, значит, чтобы этот грунт присоединился. Котлованы не вывозили за 100 километров, а можно их делать. Рельеф сделать, горочки, прогонки. Это все равно нам думать надо, чем все. Вот. То, как раз планерка. Приехал Юрий Михайлович, прямо с поезда занимался. Самолет. Человек, говорит, Григорий Фадин там сидит. А рядом со мной никто не садится. Это Москва. Чиновничья Москва. Уже прошел сумма, я сейчас с ним сработаю, на всякий случай рядом с ним не садится. Вот такая жизнь, всю жизнь. И вот, чем выше ты бумаешься, тем нравится. А где я падаю вниз? И я был потрясен Минском. Великолепный город, масштабный человек. Юрий, ты молодец. Я уже все по своему месту, не волнуйся. Вот так вот. Приспасали.
звали много раз. Не любят людей с бульдожим характером, не любят людей с прямым характером. Это по своей жизни. У меня стаж жизни небольшой. Я с этим сталкивался очень много раз. Очень много. Это надо было все выдерживать. Ну давайте еще раз скажем большое спасибо. Который прозвучал в нашей лекции. Архитектура – это очень гуманное искусство во всех отношениях. И тут мы уже говорим про масштаб, про соразмерность, про пропорцию. Это все так. И она должна быть гуманной, потому что она строит для людей, и мы живем в том городе, который построил архитектуру. Но есть еще один акцент, и момент очень важный в гуманности этой профессии. Тот, кто работает архитектором, я имею в виду архитектора, да, не строителя, так сказать, архитектор большой буквы, он внутри неизбежно сам по себе гуманист. И вот сегодняшняя лекция показала это со всей отчетливостью. Спасибо большое. Который у нас в холле нашего этажа с левой стороны. Еще хочу обратить ваше внимание, что Юрий Пантелеймонович на пике своей карьеры, на пике своего жизненного пути был в советское время увековечен в телесериале, как мы сейчас говорим. Был такой телевизионный фильм, который называется «Атланта и кариатиды». Вот прототипом главного героя является Юрий Пантелеймонович Григорьев. И роман. Да. За исключением, насколько я знаю, только одного сюжета, Юрий Пантелеймонович всю жизнь прожил со своей супругой. Замечательной его помощницей, да, поэтому вот эта история не про него. А все остальное там про вот ту самую искренность, честность, неуживчивость и трудный путь честного человека. У нас сегодня лекция, но прежде чем я предоставлю слово Юрию Петровичу Григорьеву, я хочу сказать буквально несколько слов. У нас, в общем, сегодня уникальная возможность, она не всегда представляется, поговорить с человеком, который построил то здание, в котором вы сейчас находитесь. То есть это вот очень редкий случай, и потом все-таки советую еще раз всем пройти в тот холл, который около столовой, посмотреть на выставку работ, чтобы понять масштаб сделанного, масштаб построенного, и главное оценить вот то удивительное умение, которое всегда падает на долю современного архитектора. Он работает не на пустом пространстве, да, он работает в городской среде. И вот это умение вписать свое решение, свою концепцию, свой архитектурный образ в то уже существующее историческое пространство, я еще раз подчеркну, историческое пространство города, город старый, да? Город имеет свое лицо, город имеет свою историю, город имеет свою архитектурное лицо. И вот это умение, оно, конечно, очень дорогого стоит, и наглядный пример, как совместить старое здание главного корпуса Московского университета и вот те новые здания, которые были построены, это наглядное тому свидетельство. Поэтому очень приятно еще раз приветствовать и предоставить слово академику архитектуры,
народному архитектору России, заслуженному архитектору Белоруссии и почетному гражданину Минска Юрию Пантелеймоновичу Григорьеву. Пожалуйста. В какую-то уже более четкую систему. Ведь архитектор – это синтетическая специальность. Во всем цивилизованном мире она очень уважаема и очень высоко оплачена. Кроме нас, конечно. А вот что касается системы работы. Он работает как дирижер, как режиссер. И с ним работают конструкторы, электрики, сантехники, субботочники, экономисты и так далее и тому подобное. Но он, как дирижер оркестра, не может на каждом инструменте совершенно из этих специальностей играть, но обязан их знать. Обязан знать, потому что он создает пространство, материальное пространство, в котором человек живет, работает, отдыхает и так далее, и так далее. И, естественно, начиная с обычной квартиры и кончая такими крупными объектами общественного значения, то здесь, конечно, есть и консультанты обязательно, есть люди, которые, технологи, разбираются в этих делах, и архитекторы, и с ними тоже консультируются и работают. И главным консультантом был Виктор Антонович Садовкич. Я как вспомню, сколько тут было мучений, сколько споров было и так далее, и так далее. Вы меня извините, у меня что-то с голосом сел, голос. Много гулял вчера очень. Ну, а вот что касается уже следующего этапа работы, еще более сложный этап, это согласование проекта с чиновниками. Чиновниками всех рангов, всех организаций, которые занимаются согласованиями проекта. И здесь санинспекция, и пожарники, и кого только тут нет, понимаете? И каждому из них, чиновнику, надо доказывать, что вот это правильно, он мог бы доказывать, вот есть какой-то параграф норматива, что его нарушили и так далее. Причем очень много нормативов, которые давным-давно устарели. И тем не менее, техника. Сегодня же пирамиду египетскую можно перевернуть между ногами и поставить на одну точку современной техники. Но очень много, к сожалению, консерватизма. Основной консерватизм, конечно, чиновничество. Ну, а потом уже началось строительство. А для того, чтобы можно было строить, делается следующий этап. Это рабочая документация. Рабочая документация для строительства. Где уже полностью, уже когда смета готова, значит, которые 10 раз трясут, чтобы было дешевле. Значит, и начинаются уже
мухи строительства. Что даже такой объект построить. А у меня вот вся эта зона была моя фактически. Вместе с Александром Викторовичем Кузьминым, главным архитектором города. Я был у него здесь, мы вместе проработали 17 лет, он главный архитектор. Я, значит, первый заместитель. Тоже и чиновничьей работы хватало тоже. Представительство и так далее и тому подобное. И в то же время, нужно было еще вести авторский надзор. Следить за строителями, следить за смежниками. Это проводил здесь планерки сам Юрий Михайлович Ушков. И тут такой каждый раз разгром был. Особенно мы мучились с медицинским центром. Потому что там оказались строители не очень, как говорится. Вы понимаете, архитектор, главный архитектор проекта и главный инженер проекта, они несут уголовную ответственность, если что-нибудь упадет, или еще что-нибудь случится, дай бог. То есть ответственность высокая очень, тем более по каким объектам, где, в общем-то, Путину показывали проект в свое время здесь уже. И, конечно, много людей, интересующихся этим объектом было. И правильно Иван Иванович сказал, должна быть какая-то преемственность в архитектуре по отношению к знаменитому самому университету. Я ученик одного, учился в Московском культурном институте. И один Руднев, академик, вот, один из главных авторов того комплекса. Значит, такой за бабочкой ходил, академик тоже. Ну и очень жесткий был, требовательный. Но все эти объекты, вот университет и все вот эти 7 высотных зданий лично согласовывал Иосиф Иванович Сталин. Сталин интересовался очень архитектурой, но у него был главным консультантом Желтовский, знаменитый академик-архитектор, который признавал только классику. И, соответственно, вся вот эта классика, она проявлялась в этих высотных зданиях. Но совершенно блестящие они все были поставлены с точки зрения географии, с точки зрения восприятия, что сейчас стало, к сожалению, пропадать. Сейчас архитектор видит только свой дом, больше ничего вокруг он не видит. Дом и деньги. Вот эта монетизация, так сказать, даже творчество, она, к сожалению, гробит творчество. Это не только в архитектуре, это и в искусстве, и в театре. Вы, наверное, уже не смотрите телевизор, потому что там бездарнейшие сериалы. Как в том анекдоте. Я, говорит, не маньяк, но я каждый вечер изучаю 10 приемов убийства по телевизору. Это все, конечно, влияет очень отрицательно на людей. Прежде всего, это влияет отрицательно на общую культуру. Архитектура – это одна из очень важных элементов культуры и истории, потому что наиболее долговечный памятник той или другой эпохи и всех ее возможностей технических, значит, архитектурных и так далее, оно надолго остается. Это же не картинка, ее не снимешь, это же дом. Дом крупнее снести, даже если он плохой. Ну, а вот что касается преемственности исторической политики, я лично сторонник этого. Я совершенно убежден, что если не умеем и не знаем прошлого, то не будет и будущего.
Поэтому возьмите сейчас Китай город, возьмите сейчас вот все эти самые исторические места Москвы, Минск. Ну, Минск, значит, в Минске я с 44-го года окончал белорусскую школу Барановича. Вот. Я видел Минск в конце 44-го года, сразу после освобождения. У меня есть снимок с самолета, панорама. На 95% Минск разрушен полностью. Сплошные развалины. Я всегда поражаюсь целенаправленному энтузиазму людей, которые практически вручную все разбирали, восстанавливали. Тогда не было такой техники строительной, как сейчас есть. И над восстановлением Минска работала целая группа московских известных архитекторов. И это повлияло и на планировку столицы Беларуси. Она очень по планировке похожа на Москву. Даже река протекает. Что касается самого здания библиотеки, здесь очень много было разных вариантов, но утвержден был почти вот такой, как в натуре. С Кузьминым работали вместе с Церетели, вот все его оформительские работы вместе мы с ним все делали, начиная с Шувалова. Ну, я вот это придумал, это патио с трибунами на улице и вот этот подземный большой переход с основного корпуса сюда. Несколько раз пришлось Шувалова поднимать, потому что он так проваливался зрительно. Вопросы отделки. Отделки интерьеров, фасадов. Архитектор отвечает за интерьеры. Мы считали, что учебное заведение, ну, я вообще сторонник, чтобы не было петушиной архитектуры, кричащей. Вот я, то, что сейчас, к сожалению, делается в Москве, где вы приезжаете в любой жилой район, а там сплошная петушинность, раздражающая человека, а городской человек, он же после работы устал, как черт, после учебы, он хочет попасть в тихую, спокойную, светлую, уютную, масштабную человеку среду. Я всегда был противником высотных зданий. Почему? Вот на Западе тоже жилье строят не выше 3-5 этажей. Почему? Дешевле в строительстве, дешевле в эксплуатации, о чем я хотел бы сейчас остановиться. И одно из самых главных вопросов современного мира – это безопасность в случае какого-то катаклизма и даже войны. Дитё войны, и войну видел собственными глазами. У нас, к сожалению, другая система. Монетизация строительства заказчика и строителя. Чем больше этажей на одном фундаменте, тем выгоднее. И вот эта система монетизации, а случись что? Значит, со второго этажа в этих зданиях уже идет электрическая подкачка, чтобы вода шла в верхние этажи. Значит, лифты не работают в случае чего. Кашинская история, наверное, кто-то помнит, да? Когда вот эти 25-этажные по домам выскочило электричество на станции. Вот катастрофа. 25-й этаж поднимемся без лифта. Воды нет, туалет не работает, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, это продолжается сегодня.
И в то же время, вот когда мы это все проектировали, я все время настаивал все-таки на горизонтальной системе всей технологии по горизонтали. Ну вот все-таки этот корпус пришлось делать с лифтами и поднимать этажность. Но мы все-таки добились сделать аудитории учебные с верхним светом, значит, вот, как представленный вот так в виде феера самому зданию. А вот что касается самой библиотеки, она вначале называлась библиотекой, потом все-таки добавили интеллектуальный центр. Самое сложное было сделать, конечно, саму библиотеку с ее технологией. Технология библиотеки всегда очень сложная, особенно с книгохранилищем, с выдачей книг и так далее, с читальными залами. И, соответственно, конечно, вдруг появилась команда сделать музей истории. И один из главных объектов – это на самом верху. Это главный зал с большим вот этим верхним светом фойе, амфитеатром сделанный. И сам зал, актовый зал. Актовый зал всегда это очень сложная работа с точки зрения технологии, с точки зрения акустика там и так далее и тому подобное. Там масса вопросов появляется. Удобство людей сидящих, чтобы впереди сидящий не мешал, как говорится. Да. Обзорность, техника очень современная самой сцены, всего этого пространства, по сцене и так далее, Короче говоря, это очень вся работа очень сложная. Но она делалась очень быстро, хотел подчеркнуть. Пушков все время нас подгонял, строители подгонял. Вот. И, соответственно, мы тут вкалывали, как говорится. Ну, я, значит, руководитель авторского коллектива Шуваловского, вот этой всей зоны. Потом Юрий Михайлович попросил спроектировать ваш жилой дом на Вернадского для профессуры. Не знаю, профессура туда попала или не попала. Я это не могу комментировать. Вот. Очень хорошим квартирам. Ну и Доминион, который вот здесь вот рядом, ближе к метро. Здесь уже это чистый коммерческий объект был. И здесь тоже начали давить меня, чтобы узмена, чтобы поднимать этажность. Ну, тоже с хорошими объектами. Вообще в Москве у меня много объектов авторских. Но учитывая, что был первый заместитель, практически 27 лет я был первым заместителем здесь, 86 по 13 год. Главный архитектор Москвы, очень высокий ранг служебный, но, конечно, нагрузка была очень большая. Кроме того, в 1994 году на меня повесили один из ведущих институтов страны, это МНИИТЭП, научно-исследовательский и проектный институт экспериментального проектирования. Вот тут я как раз и занимался жильем. В Минске я очень много занимался жильем. Мы первые в Белоруссии придумали так называемый блок-секционный метод строительства. Это что такое блок-секция? Это вот лестничная клетка с лифтом и вокруг квартиры. И вот каждая эта секция, ее можно ставить, не трогая рельеф, не трогая деревьев, как говорится, открытых и так далее, и так далее. Разные этажности, создавая силуэт и тому подобное. Когда меня зашивали по партийной линии в 86 году, притащили сюда, я прыгался, хотел, конечно. Значит, то я был удивлен и поражен уровнем и состоянием проектов и строительства массового жилья. Огромные дома по 5-6
5, по 5, по 10 секций. Самое выгодное для заказчика-строителей было 17 этажей, по их подсчетам, по экономике. Квартиры были, откровенно говоря, безобразны. Я до сих пор возмущаюсь, как можно было одну из главнейших экологических зон с потрясающим рельефом рядом с рекой, с каналом Галатская, изуродовать вот этими панелями. Это должна была быть самая главная зона отдыха, спорта. Но то, что видим, то видим. Значит, и одним из главных вопросов мне поручили, тогда еще был Борис Николаевич Ельцин, первым секретарем здесь, наркома, заняться жильем. Поменять все это в принципе поменять. Это было очень трудно, потому что я был поражен, 90% жилья массово строилось в Москве, крупнопанельное. Монолит практически не запрещен. Архитектор, конечно, работает интереснее с монолитом. И труднее с панелью, потому что там все завязано с конструкцией несущей. Вот. Мне очень долго пришлось пробивать расширение комнат, потому что 3-метровая была ширина комнат. Высота 2,45. В какое-то время я добился, чтобы высота была 2,75-2,65. А комнаты стали шириной 4,60, 3,20, но не меньше 3,60. Я был удивлен. Никак не мог понять, насколько в Белоруссии, почему можно было каждому съемщику квартиры стеклить балконы и лоджии, как хочешь. То есть был создан полный хаос в архитектуре. Вот за счет этой самодеятельности. Я помню, 2 года, и только благодаря Юрию Михайловичу Лужкову я все-таки пробил обязательно стекление, начиная с проекта, лоджии и балкон. Ну, там на $4 дороже. Строители тоже выражали, но сумели это все-таки пробить. Дальше. Последние этажи. Для реанимации я вам можно было потом слово скажу. И, соответственно, конечно, должны быть теплые чердаки. Вот у тех же немцев теплые чердаки, там стоит аппаратура. Но по их нормам в каждой комнате, начиная с кухни, с туалета, значит, стоит вентиляция. У нас вентиляция только в туалете, опять с точки зрения экономики. Значит, а наверху стоят аппараты, которые вот этот грязный теплый воздух гонит вентиляцию вверх, там он очищается через эту порту, и этот чистый воздух возвращается обратно. Огромная экономика. Мы на отопление тратим огромные средства. Я вчера открываю один рекламный журнал, смотрю рекламу. Какому-то адресу продается прекрасные квартиры с панорамными стеклами. Что такое панорамное окно? Это от пола до пола. В нашем северном климате с обычным стеклом. Она полным идиотом. Понимаете, что это? Ради фасада. Но, к сожалению, в нашей специальности появилась теперь такая узкая специализация. Фасадники. Которые совершенно не знают технологий того же жилья или какого-то конкретного объекта и так далее. И главный фасад. И главное, чтобы все эти фасад видели. А если он попадает в мансарду, не попадает в мансарду, это ему наплевать. Эгоист, он видит только свое дело. Вот это наша сегодняшняя беда. К сожалению, она начинается с института. Потому что в наше время, я у кого живу, не учился, значит, в наше время преподавали практики в Московском институте, очень сильные академики. Душкин, например, вот его станция Маяковская, это Кропоткинская. Кропоткинская его же, да.
нас учили не то, что классики, что-то пропорции, что-то удобство для человека, что-то масштаб человеческий и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, к сожалению, не учат. В этом отношении Минск, он намного масштабнее человек. Там он уже работал 2 миллионов населения. Он был главным архитектором Минска немножко больше 12 лет, 13,5. Там мы сюда забрали. Это в основном во времена Федора Ивановича Машевского. Он был выдающийся большой руководитель республики. И он очень интересовался тоже архитектурой. Вот. Как-то привезли его в один панельный дом. Пошел в одну квартиру. Дети говорят, детей рожать не будут. Ушел. Все. Я по физиономии кулаком нашим архитекторам и заказчикам. После этого сразу стал меняться. Много. Очень много зависит от уровня культуры, водительства. Широты мышления. Вот. Ну, что касается, если что-то вас заинтересует еще по этому объекту, пожалуйста. Что касается самого генерального, самого штаба, решения генерального плана Москвы. 2 слова. Ну, каждая эпоха что-то меняет. Любой крупный город, он это живой организм. Что-то отмирает, что-то появляется новое, что-то, как говорится, вот какой-то эксперимент появляется. Но самое главное для большого города — это какие вопросы? Это прежде всего масштаб города, сомасштабность человека, чтобы город не подавлял человека. Масштаб с точки зрения географии, удобств, доставки человека на работу, с работы и так далее. Это зоны отдыха. Чем больше город, тем должен быть больше воды, зелени, открытых пространств, рекреации. Чего я всегда старался в Минске делать. И, соответственно, здесь очень трудно было это принимать. Вот 2 квадратных метра, чтобы он был дешевле. И как можно больше строить. Все-таки в советское время была какая-то прописка в городах крупных. Какое-то регулирование численности населения. Сейчас этого ничего нет. Есть деньги — приезжай. Нет денег — приезжай, найдешь работу. Уже полазили здесь и так далее. Вот. И соответственно, конечно, сперва решается вопрос генерального плана развития города, где-то на 20 лет, на 25 лет. Вот последний мой генплан Минска был это вот до 2000 года. Мы даже получили премию правительства, значит, все за этот генеральный план. Там мы старались не раздувать, старались все-таки более компактно делать. Главное, один из главных вопросов, конечно, транспорт. Я был тоже удивлен, когда вот меня сюда перевели и спросил, а где Хордовы? Почему все ездят через центр? Потому что вот эта кольцевая система радиальная, исторически сложившаяся, начиная с Кремля, как говорится, по самой Батай, бывшей крепостей. И она разрезалась по основным направлениям в другие города вот этими радиальными магистралями. И все это сходилось в центре. Все ездили в центр. Постепенно город рос, а транспорт не менялся. И когда руководство города решило делать третье кольцо,
более-менее разгрузочные, как говорится, потому что в центре уже хаос, то это оказалось время жить в Чубайсе. Все раз, все сараи, все склады вот в этой зоне, все было распродано по рыночным ценам. И руководству города было крайне трудно было, чтобы их снести для того, чтобы пробить новую магистраль. Потому что эти же частники начали делать за каждый сарай долгий день. Чушь собачья, откровеннейшая, понимаете? Вот. Ну, а портовые начали в основном, начался такой в школе, начались в основном при Семене Семеновиче Собякине. Здесь тоже повезло с мэром. И, соответственно, значит, прежде всего он взялся в американский. Абсолютно правильное решение было. Но самое тяжелое – это центр опять. Центр же весь застроен, понимаете? И, соответственно, вопросы парковок – один из важнейших вопросов и сегодня. Откровенно говоря, не решен. Потому что в центре, везде на западе, везде в Берлине, еще где-то, в центре полно огромное количество подземных стоянок разных уровнях. У нас же некоторые деятели для экономии предложили парковки чуть ли не для 9 этажей на 1. Я возражал против этого идиотизма. Кто водит машину, знает, что попробуется подняться на 9 этаж на машине и спуститься. Ну, очередной такой идиотизм чиновников, понимаете? И мы сейчас, значит, это остановили, тем более цены сразу забрали там. Но один из главных вопросов сегодня, особенно оценку, хочу. Первое. Второе. В жилой зоне я предлагал делать вот 3-4 этажа в каждом дворе из расчета на жителя места. Но для этого надо было изменить санитарную норму. Санитарную норму нам еще с советского времени, 30-х годов, никто не менял. Там половину полный идиотизм. Я говорю, не все, почему идиотизм. Вот эти новые евроокна не пропускают ультрафиолетовый. А все требования были вот эти санитарные советского времени. Расстояние между домами, вот эти санитарные, чем выше дом, тем больше между ними расстояние, которое вы не можете ничем использовать. Понимаете? То есть теряли ценнейшую землю в результате. Со всем этим вот приходилось бороться, прежде всего бороться с чиновниками, конечно. Особенно санитарные инспекции, которые им всем выгодно таким уровнями, что их должен с ними согласовать. Сейчас уже согласовать не так просто, понимаете? С пожарником еще труднее согласовать, чтобы последний талмуд, который они выпустили, вот такой толщины. Я так и не смог его прочитать. Вот. И, соответственно, вот в такой системе приходится работать архитектором, проектировщиком, смежником схем и согласовывать. И вот что касается опять-таки генплана, я, например, и сегодня убежден, что было несколько вариантов развития города. Я сегодня убежден, что в городе очень много мест, где не надо расширять город до перекатуры. Очень многое можно сносить. Очень многое можно сносить, где которые не представляют собой никакой исторической ценности, никакой архитектурной ценности. Особенно это вот хрущевские времена. Хрущевские времена. Ну, с одной стороны, Хрущев огромное дело сделал, когда начали строить пятиэтажки. После войны люди жили в землянках, я еще помню это время, даже в Москве помню. Деревянные бараки, даже трехэтажные были деревянные бараки с выгребным сортиром. Значит, и к
коммуналки. Я сам детстве прожил в коммуналке. Общая кухня, общий сортир в конце коридора. Одно из самых ярких воспоминаний. Вот, спасибо. Но все равно люди же есть, дружба, мирная. Коллективизм тут. Кто-то искал пропадать определенное время. Вот. И еще надо сказать спасибо за то, что начали эксперимент в середине 50-х годов строительство вот этих пятиэтажек. Но денег не было у государства. Надо же было восстанавливать после войны всю разрушенную европейскую часть. Вот такие, как Минск, понимаете? Это же была одна страна, Советский Союз. Вот. Соответственно, конечно, экономили на всем. На высоте, на помещении, на совмещенном туалете с ванной сидячей, на кухне 4 метра величиной и так далее, и так далее. То есть все делалось по минимуму. Но люди были очень довольны, они впервые получали отдельную квартиру. Отдельную свою квартиру. Причем, значит, опять из экономии холодные крыши. Первые этажи все подверзали, протекали. Вот. Лифтов не было. Пятый этаж надо было подниматься и так далее, так далее, так далее. Подъездов не было. Первый, кто вел, могу похвастаться, в Москве, это я. Все эти дома делались без подъездов, уходили прямо в лестничную клетку. Не было вестибюля до где-то до 87-го года. Вот. Но я все-таки добился, чтобы буду уже работать. Что теперь вестибюль? Чтобы были устройства для инвалидов, чтобы он мог в дом попасть, они тащили его на коляске. Чтобы было место, в том числе спальное, с туалетом, место для вахтера. Потому что уже криминальная началась эпоха, где, в общем-то, люди боялись, как говорится. Особенно я предложил Лужкову запретить жилье размещать на первых этажах. Это была тоже проблема, потому что чем потом занимать первые этажи? Но оказалось, что это очень просто. Появилась масса всяких хозяйчиков мелких, частных, которые с удовольствием это скупали, перепродавали и так далее, и так далее. Как вот мои золотые ключи вот тут вот рядом, это конец 19-х годов. У нас трое авторов было, я был ведущим автором. Хорошая квартира. Каждым домом бассейн, парковка, фитозона и так далее. И я сегодня знаю, что там многие живут в Америке, в Израиле. Что стоит очень большие деньги сейчас. Конечно, жилье я сегодня убежден должно быть с точки зрения меня как специалиста намного еще. Даже в столице, хотя в столице все намного дороже, конечно. В столичном. В Минске тоже стало все дороже. Вот. Но есть понятие социальное жилье. Я помню еще в начале 90-х годов примерно 1/3 от 5, 4,5 миллиона квадратных метров в год. Построенного жилья для обычного, для среднего класса, для социалки отводилось 1/3. Что по социалке? На Западе социалка, там комбинируются не передние, тоже кухня ниши, как говорится, вот. И там четко смотрят, сколько ты зарабатываешь. Если ты чуть больше стал зарабатывать, тебя отнимут эту социалку сразу же. Вот. Французов, я помню, это было. Я когда вот работал в Минске, еще потому что я не подчинялся первому заместителю председателя Горсовета по строительству, как здесь сегодня, значит, и вчера, он меня одновременно дал права за министра республиканского, там председатель госстроя, я сразу получил большие права.
стал главнее строитель. Во всем мире архитектура – это идеология, строительство – это исполнение этой идеологии. У наших, к сожалению, в советского времени строительство важнее идеологии, архитектуры. Одно из составных больших частей культуры, истории и так далее. Понимаете? Но это все уровень мышления. Вот. Вот это пятиэтажки 50-х, 60-х годов. Потом начали поднимать этажи, потом начали чуть-чуть улучшать квартирки и так далее, и так далее. Значит, это социальное жилье на Западе. Вот таких параметров. Что сделали немцы, когда с помощью товарища Горбачева объединились в одно государство? С Восточной Германией, я много раз бывал там, значит, было такое же крупнопанельное домостроение, такие же пятиэтажки, до 9 этажей. Ну, конечно, по качеству лучше, по строительству, прежде всего. Вот. Они снесли во все восточные Дрезден, там все эти города восточные. Они снесли два дома на всю восточную Европу. Все остальное они не тронули под снос и полностью модернизировали. Я туда несколько раз ездил изучать, как это все сделано. Это было потрясающе сделано. Огромные льготы для людей. Могут у нас, например, без выселения даже временного ремонтировать квартиру, поменять все инженерное оборудование внутреннее, утеплить здание снаружи, приставить лифты, сделать теплые чердаки, сделать вестибюльные приставные группы и так далее, и так далее. И все устройства были бы легко, только немцы не услышали. Ну, а у нас решили все сносить. Значит, я начинал этим заниматься, тоже еще во время школы. Вот. Мы посчитали 36 миллионов квадратных метров пятиэтажек, включая кирпичники, тех времен. 52 миллиона квадратных метров 9-12 этажных, это 60-х, 70-х годов, которые тоже требуют уже модернизации. Мы решили в первую очередь сносить середины 50-х годов самые первые пятиэтажки. Самые первые пятиэтажки. Песчаные, там, потому что они могут сами рухнуть. У них срок был 25 лет. Начали сносить. Но прежде всего вот мой институт занимался этим, тщательно обследовали. С чем мы столкнулись? Как эти вот 90-е годы, когда был полный беспредел во всем. В квартирах вместо трех по нормам прописанных оказалось 7-10. Но у всех у них прописка официальная. А раз у него есть прописка, ему обязаны дать 18 метров на человека. И никуда не денешься. И все остановилось. Что оказался огромный фонд новый надо строить, чтобы переселить. Это мы решили вот 6 миллионов сносить, остальные модернизировать. Мой институт разработал целый ряд проектов по типу немцев, значит, вот, который по сравнению с новым строительством стоил всего 30-40%. Значит, полностью замена инженерного оборудования внутри, вот то, что я уже назвал, я не вкладываюсь, наверное, да? Вот. И, соответственно, я лично сторонник сноса, но знаю, с чем люди столкнутся, и знаю, чего это стоит. Вот. Прежде всего, надо тщательно все и раз проанализировать. Если эта тема растянута на 15 лет, я задаю вопрос, а что людям, тем, кто идет на второй, на третий, очень-то они будут в этих условиях продолжать жить, значит, в любом случае ремонт надо делать какой-то, понимаете? Самое главное – безопасность здания, чтобы оно не рухнуло. То есть это
огромный комок размеров. В принципе, руководство города правильно приняло решение сносить. Но все это должно быть еще раз тщательнейшим образом просчитано, продумано, начиная, как говорится, с проекта планировки, где что размещать, потому что надо же и школы, и детские сады, и торговлю, и медицину, и тоже надо модернизировать. Или сносить, или строить новое. То есть жилье, комплексная жилая среда должна быть. А что такое комплексная? Это когда рядом школа, не надо куда-то ехать. Это рядом детский сад. Я, например, сторонник детских садов небольших, пусть они частные будут, но с контролем за ценой, конечно, государственным. Во-первых, можем спокойно можно делать. Жить спокойно. Это как письмо. Вот. Сейчас, к сожалению, пошла мода на увеличение школьных параметров, на увеличение детских садов. Вплоть до того, что давайте будем делать сады чуть ли на 400-600 мест. Правда, одному чиновнику высокому задал вопрос. Простите, а если один ребенок заболел в детском саду, это значит 600 мам не выйдут на работу. А вы мне говорите, что надо беречь трудовые ресурсы. Кто умнее, архитектор или вы чиновник? Понимаете, тогда приходится вот так драться, просто драться. Второй вопрос, конечно, по сносу, это многих касается, конечно, чем 36 миллионов квадратных метров. Я все время подчеркиваю, что 9-12 этажей 60-70 годов, 70-х, они примерно в таком же положении. Там однослойные панели, как и пятиэтажка, 40% тепла уходит через эти окна, через эти панели. А вы платите теперь из собственного кармана за все. Раньше государство за копейки это стоило, а теперь вы должны платить из собственного кармана. Даже эти 40%, которые уходят на улицу. А добавьте к этому внешние коммуникации, которые давно прогнили. И зимой едете и видите, там травка растет на этих местах. Отапливаем землю и так далее. То есть это крайне необходимо, это надо своевременно все делать, а не накапливать вот в таком огромном объеме десятками лет, понимаете? Вот. Но я думаю, что эта задача по плечу сегодня все-таки. Только надо тщательно разложить по полочкам и убедить людей, как говорится, вот, потому что многие привыкли к этому жилью, многие, так сказать, не хотят переезжать даже. Вот. Кроме того, не надо забывать, что там в основном люди пролетариат живут, который не может купить себе такую квартиру. Об этом тоже власти должны думать, что жилье должно быть недорогое, но комфортабельное по современным нормациям. Где должна быть, входите в квартиру, где северный климат, вы должны, говорят, снять калоши, снять мокрую одежду, передний, это черные передние. Потом вы должны войти в холл распределительный, где можно еще мебель поставить. Потом должна быть кухня, например, по всех моих, я автор многих серий, вот этих, ну, вот эти красно-белые дома, знаете, вот эти вот. Вот. Они на расхват идут, потому что там квартиры тщательно продуманы. Я, например, совершенно убежден, и тут заставлял делать, лоджии должны быть при кухне. Простудился вчера. И кухня должна быть, чтобы хозяйка в один ряд все это имела. Но кухня должна быть не меньше 3,60, чтобы можно было стол поставить. Ну, по 75, по 60, не меньше. Туалеты должны быть в глубине при спальне. Спальни должны быть в глубине. И у вас должен быть парадный вход на общую комнату. Общая комната должна быть минимум 4,60 шириной. Вот. И даже ванна, тот же туалет. Никак не мог понять, извините меня за темноту, когда я в Москву приехал, как это люди
ходят в туалет, а потом руки моют, идут в другую комнату, в ванну. Где на рубежом этого не возьмите, идиотизм. Тоже с точки зрения экономии, что ли. Там должен быть маленький рукомойничек в туалете. Элементарно просто, копейки стоят, понимаете? Но надо думать об этом надо всегда, когда ты что-то проектируешь. Извините. Старый уже. Вот. А спальня тоже надо думать, как ее делать. Например, головой нельзя спать в внешней стене. Очень вредно. Головой нельзя спать к окну. Головой очень не рекомендуется спать головой на юг. Такие элементарные вещи, которые человеком тысячелетиями отработаны. Вот, поэтому надо знать, как мебель расстраивать. Когда ты проектируешь квартиру, ты уже должен расставлять мебель, как архитектор. Чтобы людям удобно было, понимаете? Вот все казалось, такие мелочи, из которых состоит работа, она, конечно. И, наконец, эстетика здания. Архитектура здания, внешний его вид. Но я уже сказал, что я против Петушина. Извините, когда я недавно ехал тут туда, значит, в сторону Митина, появился какой-то новый квартал, где я никак не понять, где у дома верх, где низ. Дом он как человек, он имеет голову, туловище, ноги, понимаете? Все вверху ногами. А самое главное, жилой дом синего цвета. Синий цвет, он отталкивающий цвет, понимаете? Жилая среда должна быть светлая, теплая, уютная. Вот. И какие-то яркие, какие-то как значок вставочки цветные. Вот. Все бросились в другую крайность. Ну и наконец высотные здания. Высотные здания. Конечно, большие города растут вверх, особенно всякие офисы, банки и так далее, и так далее. Вот. Но примерно с 25 этажа человек начинает терять иммунную систему, медики доказали. Он в самолете уже живет. Кто-нибудь бывал в Сити? Я один из, и Юрий Михайлович, при всем ко мне уважении, злился на меня, когда я говорил, что это нельзя было делать. Зачем нам в центре исторической Москвы сделать плохую копию Сити Нью-Йоркского? Вот эти черно-серые головешки, извините за выражение, где, в общем, стоимость эксплуатации, стоимость аренды совершенно дикая. Это пиар олигархов. Я по-другому не могу назвать это. И вот откуда вы не едете, центр у нас в виде вот этой группы. Причем от проекта согласовано был очень известный, очень уважаемый мной архитектор Борис Тхор. К сожалению, ушел из жизни. И одна из причин того, что плюнули на его проект, и вот в угоду деньгам, значит, в том числе товарища Полонского, один из моих главных врагов лично. Почему я на Ленинском проспекте, я проводил проекты, когда из рук въезжаете в машине, белые дома с такими оранжевыми вставочками с правой стороны. А дальше на пересечении Судальцова там вот группа таких вот разноэтажных сервисов. Хозяин Полонский. Он там хотел сделать жилой дом 75 этажей. Вот. Я едва-едва добился до 45. Он меня предупреждал. Но я был страшно удивлен, когда его выпустили из тюрьмы. Все, что я могу сказать про этот план. Ну, а что касается... Опять-таки высотность, я еще раз подчеркиваю.
мы должны взять западные нормативы и строить жилье. Немцы намного более плотное жилье строят, до 5 где-то, ну максимум там до 6 этажей, конечно, с лифтами, со всеми и так далее, обязательный подземный паркинг. Мы все время с Кузьминым пытались добиваться в массовом жилье, парковки или во дворах рядом с домом, или же санитара нам не дали, или под землей. Ни того, ни другого с точки зрения экономии не дали. Сейчас огромнейшая проблема. Вот я живу в центре, парковок нигде нет, все парковки на улицах убраны. Я до сих пор не могу понять, зачем сузили проезжую часть. Значит, там, где я живу, там два человека в день проходят, и тротуары увеличены в два раза. Не хочу никого кредитовать, но специалист не будет понять, честно говоря. Вот. А проезжая часть сузили. Особенно в центре. С этой точки зрения нет забыть. А жилье нам надо. И вот эти вот дворы в центре все еще, сталинского времени, довоенного времени, они небольшие, эти дворы. Они или зеленые, там, и так далее, и так далее. Вот. А что они, думаете, превратили сейчас? Первые этажи выкуплены всякими бандитами, ресторанами и торговыми. Чипы у них от ворот, и сейчас эти дворы в центре превратились в самовольные платные стоянки для тех, кто приезжает. Вот чем это все кончилось. Поэтому город как система, город как орган, а я Москву и Минск рассматриваю прежде всего как столицу. Государство. Столица, она прежде всего должна иметь столичные функции. Это центр управления государством, центральный орган. Это центры науки и образования, самые сильные. Это центры медицины и так далее, и так далее. А потом же, но промышленность должна быть. Мы не можем все сидеть в офисах банка считать деньги. Что кто-то должен производить, наверное, все-таки полезное для людей. Поэтому я, например, считал, что ЗИЛ надо много нужно оставить. Правильно сделали, что центр молодцы снесли, это просто вредительство было в свое время. Вот, в центр, почти в центре города. Совершенно антисанитарная вещь. А на базе можно было ЗИЛа модернизировать, сократить, и сделать, но дешевле все равно. То есть вот, к сожалению, монетизация в целом, монетизация, она дает плюсы, и с другой стороны, она дает много минусов. Это мое субъективное мнение. И, соответственно, что-то после нас должно оставаться на долгие годы. И чтобы люди ходили и говорили, какое дерьмо они сделали. Для архитектора очень опасно. Но я, правда, отношусь к такой, с детства у меня родители были строгие, спасибо им, Царство Небесное. Учителя у меня были строгие, грамотные, переучили меня к честной самокритике. Вот. И приезжаю тут мимо и думаю, не так надо было делать, то уже не поправишь. Ну вот так примерно. Я, когда бываю в Минске, горжусь тем, что почетный гражданин Минска, что, как ни странно, мне выбрали почетный гражданин Минска аж через сколько лет, с 2008 году. Я был удивлен, конечно, но мне очень, очень, как говорится, город этим. Вот. Я хорошо знаю Гоголь. Мои родители Гоголь похоронили. Вот. Город тоже сильно был разрушен. Это второй город фактически республики. Очень промышленный центр был. И сейчас. Вот.
хорошо строится. Ну, тоже хрущевские времена эти вот, с пятиэтажками, та же и Минские. Еще при мне начинался этап модернизации пятиэтажек Минских, а там они тоже 90-е годы все выглядели. Сейчас я, например, считаю абсолютно мудро принял решение Александр Григорьевич. Я его хорошо знаю, когда он затормозил огромное количество жилого строительства в Минске. И объяснил очень просто. В деревне надо кого-то оставлять все-таки. Кто-то должен сельское хозяйство вести, продукты выращивать. В городе этого не сделаешь уже. Вот. И даже мой крупный объект, который возглавлял на проспекте Дзержинского, 4 дома построили, остальное все остановили. Хотя там метро новое, станция рядом. Извините меня, если что-то не то сказал. Это вопросы. Спасибо вам большое за проведенную лекцию, за то, что вы удостоили честью посетить наш факультет. Нам очень приятно всем учиться в этом здании, которое было построено под вашим руководством. И за это вам отдельное спасибо. Мой вопрос такой. Я бы хотел узнать, а как вы вообще пришли к этому призванию архитектора? Я с детства хорошо рисовал. С архитектором умеет рисовать, это уже чертежник. Когда я смотрю, когда современный архитектор не может оторвать глаз от компьютера, то это то, что мы даже и видим, то и получается. Знаете, вот. Он должен сперва нарисовать идею рукой собственно. Потом уже это через компьютер начинает прорабатываться с смежниками и так далее, и так далее. Но ты все время контролируешь этот процесс. Западной Белоруссии в 50-м году в один из самых элитных институтов, Московский культурный институт. Что думаете, блата тогда не было? Был. Вот. Элитный институт, но много деток всяких, включая членов политбюро, там, Маленков и Василевский. Я приехал и так. 4 человек был в конкурсном месте. Попал. Шесть лет учебы. Последний год это преддиплом-диплом. Прекрасная практика, прекрасное все время обучение. Сеть – это технический вуз, считается. Сопромат. Физика, конструкции и так далее, так далее. Все это надо было изучать. Нас готовили комплексную специальность. У меня в дипломе написано архитектор широкой кожи. Сейчас это время. Вот так вот. Еще вопросы? У меня 8
памятник в Москве. Работа со скульптурами – это тяжелейший процесс. Почему? Архитектор придумывает идею, придумывает масштаб этой идеи. Значит, обрабатывается место, начиная с эскиза. И скульптор по этому эскизу уже делает скульптурное изображение. Здесь начинается между ними вражда и драчка. Потому что, к сожалению, скульптор, кроме своей фигуры, ничего не хочет видеть. Ну, как некоторые наши современные архитекторы. Да? Вот. До сих пор советского времени, чем больше скульптура по величине, тем он больше получит. Ну, вы видели это. Троицкой площади. Владимира, да? В оправдание скульптора я должен сказать, что он делал его, этот размер, для Воробьевых гор. С другой стороны, правильно общественность подняла хай, что он закрывает с Москвы силуэт уникальный университет. А времени уже поджимало, а он там еще архитектор задумал пьедестал 25 метров высотой, чтобы со всей Москвы был виден. Вот. Но слава Богу, не сделали этого. И долго искали новый диск. Но не нашли лучше, чем это место, как говорится. Общественность поддержала. Но, конечно, масштаб должен быть. Рядом дом Пашкова, рядом Кремль. И когда фигура выше кремлевских башен, то у меня извините. Но комментарий. Хотя скульптор, я с ним делал два объекта, очень сильный скульптор. Правда, я ему говорил, а зачем у тебя на Владимире татарская шапка? Он страшно обижался. Ну, а история с Жуковым. Ну, я, у меня огромное количество военных мемуаров, и я вообще очень люблю историю. И вообще хотел стать журналистом, сказал. Значит, я сегодня убежден, что самый сильный полководец был, конечно, Рокоссовский. Вторым я уже считаю, значит, Жуков. Там по положению было. Я до сих пор убежден, что без Сталина еще неизвестно, что было. При всех появились другие вопросы, развивать войну — это преступление, с моей точки зрения. Вот. Помню, меня везли нашего брата, моего старшего, меня и мать, к отцу Барановича в 1944 году. И по белорусской дороге справа и слева еще ничего убрано не было. Танки, орудия, окопы. Страшная картина была. Вот. Но Жуков считался главным, значит, вот, в этом отношении. И когда делали Поклонную гору, Поклонную гору автор, значит, Полянский, народный архитектор СССР, к сожалению, уже жители рано. Вот. Автор всего этого, в том числе главный. Потом, к сожалению, после смерти пришло, начало меняться. Ну, в музее это и было, вот. Палки это не было. Вот. И, соответственно, конечно, вот эта лестница, ведущая к Полетеевскому монументу, академический прием. Вверху лестницы ставит академический пьедестал с полководцем. Причем полководец должен сидеть на жительстве. Ни в коем случае, ну как бы. И в целом мы предлагали там его поставить. А рядом всех командующих фронтами. Хорошая идея. И все сосредоточено в одном месте. Это комплекс, посвященный Отечественной войне. И ничего там другого не должно было быть. Понимаете? Потом появилась церковь Грузинская. Потом появился, значит, это самое,
где на самом правда территории, мусульманский храм, потом появилась синагога, значит, и начали появляться уже другие памятники. Ну, например, вот как раз со Щербаковым делом памятник интернационалисту. Я все-таки заставили нас там поставить. Вот. Памятник богатырям на углу Минской улицы, это тоже мой с Бедничуговым. Значит, его ставили в другое место, я предложил тут поставить. Причем, помню, Лужков еще ругался со мной, почему я его под экзамен поставил. Потому что скульптуры были, если поставить параллельно, значит, проспект, то они будут смотреть на север. Но они должны смотреть на запад. Повернул так, чтобы они на запад смотрели. А что касается Жукова, это появилась команда. Появилась команда поставить на красный площадь. Не на красный, а на манежный. А он уже был готов фактически. Для этого места на подводной горе. По масштабу и по всем этим парам. Здесь совсем я с очень уважаемым мною Лыковым ушел из жизни тоже, к сожалению. Он был больше церковный скульптор. Его государственные премии. Вот. Но очень упрямый был и никого никогда не слушал. Значит, вот. Я все предлагал, давай консилиум соберем. Ты первый раз в жизни делаешь лошадь. Никаких, не надо, я сам уверен. Сделай лошадь. Потом у него была идея, что Жуков должен подниматься на стремена и сделал прямые ноги. Но, конечно, Жуков старый кавалерист, конечно, не сидел. Причем он делал это со снимка с Красной площади Парада Победы. Там он ехал в таком бельгийском, здоровенном, белого цвета, с хвостом развивающимся. Жеребце, а Косовский на нашем, на скакуне ехал, дагестанском. Вот. Вот, давайте, когда мы начали наставить, давайте поставим его на Красной площади, с той стороны исторического музея. Оправдывали мы чем? Минин и Пожарский, с той стороны, да? А с этой стороны Жуков. Скульптор, архитектор знают, что скульптуру надо обязательно поворачивать лицом на юг. Освещение было. Или на юго-запад, или на юго-восток, но ни в коем случае не на север. Значит, вот. И вот мы предлагали там, тоже на определенном расстоянии, поставили на пересечении примерно Никольской улицы, там хорошо становится. Вот. И по масштабу он будет там стать. Не очень большой. Но сказали, нет, там не будем ставить, ставьте с этой стороны, на Манежной площади. А время уже поджимало, 8 мая 95 года надо уже открывать. Ельцин открывал со всеми своими командой. Вот. Открыли последнюю ночь. Я говорю, слушай, у него рука показывает на ресторан «Москва». Чего делать-то? Перестань цепляться, значит. Говорю, ну да, слушай, смеяться будут. Народ же, народ самый мудрый, это народ. Он все видит, все понимает. Ну, анекдоты рассказывают сразу, как про наши все здания анекдоты рассказывают и так далее. Ну, я, например, первый в Москве сделал в 94 году. А, сперва мы с Клыковым делали, значит, Кирилла и Мефодия на Славянской площади, старая монашка, где он тоже мне немножко напакостил, потому что у меня по силуэту двух фигур, вот тут в альбоме есть эскиз, что я придумал, и пьедестал должен был такой же ширины. Ну, а это из бронзы, он отливал на этом самом, на Ленинграде, на заводе. И увеличил на 40 сантиметров пьедестал. Теперь
эти двое ребят стоят на столе. Ну так со скульптурами приходится работать. Вот. А, значит, пригнали в последнюю ночь этот кран, автокран, начали его поворачивать немножко, чтобы он рукой показывал на улицу Горького, на Тверскую, на запад. Вот. И тут вдруг одна нога повисла, задняя. Вот, ему пришлось еще ногу там ночью переделывать. Вообще, анекдоты забавные, конечно, но приятно вспомнить. Это все работа, понимаете, это все труд, это все муки творчества и так далее, и так далее. Когда Борис Николаевич открывал, пьяный стоял, значит, вот. А он меня сюда не тащил, вот сам, в Москву. Он меня спрашивает: Юрка, ты еще жив? Я говорю, жив. Я тоже. Слушай, а почему конь стоит с поднятым хвостом? Он же не скачет. Я говорю, это только... Лыков, ты знаешь, когда конь стоит с поднятым хвостом, что он делает? Вся челюсть уже ха-ха-ха, конечно. Лыков, да, как он это пережил все. Но это уже как анекдот. Блин, но уже как анекдот рассказывает. Вот такие каждый раз муки творчества, понимаете, очень тяжелые, очень сложные. Последний мой памятник, предпоследний памятник – это Янки Купалы. С Гумеревским львом, старым моим знакомым приятелем, мы делали. Это был подарок Москвы, то есть от самой Белоруссии, в Москве. В ответ на подарок я с Ореховым, покойным народным художником СССР, в жизни, делал минские пушки. Выбирал место, место там обычно. А потом над этим местом меня уж попризывал сказал: давай делай дом Москвы, культурно-деловой центр. Я ему показал скидку, сказал, я это не попущу. Слишком современно. Дом Москвы должен быть похож на Моссовет. И как хочешь. Вот мне пришлось сделать классику, которую я тоже стал забывать. Сделал учебники, сделал классику с колоннадой там, и так далее, такого же цвета, как и Моссовет. Ну, интересно было, конечно. Вот. А Янка Купала, когда я увидел скульптуру, я сказал, категорически не пропущу. Он сидел, вы знаете, около библиотеки на горшке сидит Достоевский. Видели, да? Я до сих пор не могу понять, почему его поставили. Там же на барельефах и Пушкины, самые великие, Толстой и все остальные. Его-то зачем впереди поставили, понимаете? Ну, время было такое. Вот. Ну, примерно памятник такой же был. Тоже сидел на горшке. Значит, вот. Согнутый. Скульптор говорит, а мне очень нравится Гарк Гоголь. Которые во дворе, которые представили потрясающие гениальные памяти, выкинули, засунули в окурки, он жил, значит, и поставили полководца в виде Гоголя, значит. Что можно сказать? Я нарисовал эскиз стоящего у плетня, а это еще папа Рецепетка должен быть. Янка Купала, знаете. Ну и вот сделали. Получили премию Союзного государства, как ни странно. И последний мой памятник – это Глазнику Федорову по просьбе его жены. Видовым. На Дмитровском шоссе в парке, я предложил сразу благоустроить парк, Пешков это поддержал. Вот. Заодно благоустроили и назвали этот парк именем Федорова.
конечно, гениальный врач. Новый хозяин даже не дал поставить рядом с его больницей. Ну, что после этого можно говорить о моральном состоянии иногда в нашем обществе? Еще вопросы есть? Вот там еще вопрос был. Да, Юрий Петербургович, спасибо большое за вашу лекцию, спасибо, что посетили нас. У меня вопрос о том, что вы в своей лекции упомянули, что вы скорее сторонник сносов домов. Но мне интересно узнать ваше экспертное мнение о нашумевшем проекте реновации. Ну, что я могу вам сказать? Я хорошо знаю эту тему, изучал ее и в Германии, изучал и во Франции, изучал это. Причем мне повезло, Федор Леонидович Маширов, меня очень пришедший замминистра одновременно, назначил представителем Европейской экономической комиссии, комитета по строительству, организации ООН. Я два раза ездил в Женеву в год и оттуда ехал в народное жилье в Испании. Образование в Скандинавии. Вот это раньше я сказал, что у тебя будут писать анонимки, завистники, что ты агент империализма, но учись кое-чему. То, что не лучше придумать, но адаптируй с учетом нашего климата, менталитета, истории и так далее. Что я делал в Минске? Минск стал в свое время лидером. Поэтому меня сюда и притащили. До сих пор у меня много врагов и позиционеров. Вот. Человек, который не дает делать вал квадратных метров и прибыль. Это очень сложно, особенно сегодня. Вот. Ну вот я сейчас, в прошлом году, уже, к сожалению, старый, мне 85 лет, вышел на пенсию. В 2002 году, когда мне 70 лет, я попросил Юрия Михайловича, чтобы меня отправили в проектный институт, потому что мы не замы, это институт расчетный, государственный, получали в 5 раз больше, чем я, на государственной зарплате получили. Без первого, без первого, без первого. Не пустили. Вот. Это вот две моих таких тяжелых ноши на моих плечах я тащил до практически до 13-го года. Сейчас могу уже мемуары писать, хотя я еще и консультирую, конечно. Вот. И последняя моя крупная работа была, которую я возглавлял, это федеральный восстановительный центр на Новоалгасе. Огромный комплекс, который выше мэрии. Справа, когда вы съезжаете туда, тоже очень сложный объект был. Технологии не немцы были. Медицина, прежде всего, технология, значит, конечно, очень, очень сложная работа. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Юрий Александрович, прекрасный рассказ, я с удовольствием слушал. Но у меня маленький вопрос, я хотел бы, чтобы вы вернулись в Минск. Вы часто упоминали Петра Мироновича Маширова. Вот вы посвятите, была ли идея, когда вы были архитектором права Минска, идея вообще там создания нового университетского городка? Я для начала вам папа ответил, хотел бы так почти маленького сумму. Спасибо. И в этой связи все-таки то, что ВГУ не имеет университетского по-настоящему городка. Вот была ли тогда идея? Развивалась ли она? Ну, я вам скажу, я тогда еще начинал. Начинал я. Был задан в армию. Это было очень большое польза для меня. С точки зрения дисциплины. Особо контроля. Вот. И начинал рядовым архитектором. Где-то в 58-м году. В промпроекте, значит, институт. Я не пропустил в своей биографии ни одной рабочей ступеньки. Меня поражает, когда человек, не пройдя никаких ступенек, становится министром или еще чем-то. Меня это не то, что поражает, возмущает, честно.
как можно руководить отраслью, не зная ее. Деньги только считают. Вот. Поэтому наше поколение не может стать директором завода, пока не мастером, цехом и так далее, и так далее. Все должно пройти. Тогда ты становишься специалистом уже, руководителем. Ну, а что касается, я делал тогда, это во время еще хрущевского времена. Хрущев ведь сволочь такая, извините за выражение. Вот. Он начал, я с моей точки зрения, разрушать страну. Вот. Сельское хозяйство начал. Вот. И он запретил, он вообще архитектуру слова запретил. Он запретил в целях экономии штукатурить здание. Вот одним пятиэтажным домом застроим всю страну. Вот у всех людей обеспечим вот таким жильем. Не думал, он же говорил, что коммунизм не писал. Вот. Но все это же произошло. Лауреаты Сталинской премии, знаменитые архитекторы, у них были отняты лауреатские премии. И вот за эти высотные здания сталинские, которые до сих пор держат свое поставки. Вот самое, значит, и станция метро, совершенно потрясающее произведение искусства. Все это было отнято, это объявлено было излишествами архитекторов вообще. Дерьмом, извините за выражение, вот тогда при Сталине архитектор тоже. Они неплохо, кстати, заработали. Раздельные работы, гонорарные. Во всем мире архитекторы не гонорарные. Сидит как писатель, как художник и так далее. У нас архитектор сидит до сих пор на работе. Вот. И в этом отношении начали за речкой делать вот этот маленький, одно общежитие сперва построили вот это. Потом я попросил, уже будучи в Москве, его немножко модернизировать, потому что излишества никаких не разрешалось, просто коробка стояла. Потом добавили вот эти пятиэтажные там, значит, вот. Я несколько раз говорил, вот, например, архитектурно-строительный институт, себе прослугу записан, вынуть из политехнического института и поставить, вот там нам есть, да, огромное пространство и так далее. Ну, об архитектуре будем говорить, архитектор очень хороший, я с ним делал вместе младшим, очень талантливый, ушел из жизни тоже очень. Мы с ним делали международный аэропорт, у нас был Минск-2, нашего уровня. И, соответственно, как это выглядится, я предлагал найти место найти более свободное, что в центре зажатый со всех сторон, не вдохнуть, не выдохнуть, как говорится, вот. Отдать это под чиновничьи нужды, огромным количеством чиновников, естественно, значит. И вы будете, как говорится, тогда, что был тогда в это время, я уже стал забывать, ректором. Севченко, вы видите? А? Севченко, то есть, да, Севченко. Антон Никитин. Севченко. Это был такой огонь, это был бешеный человек, вот. И он меня как раз в этом отношении поддерживал, понимаете? То есть идея еще мыслится, это идея ваша, да. Вынос на Брестское шоссе. Да. Но автор Константин Ларчин, хороший человек. И эти 100 городов общежития, да? Вот здесь я еще делал первое техническое, и делал трое нас архитекторов, делал несколько для политического института. Я до сих пор не могу понять, почему каждый маленький педагогический институт называется университетом. У меня отец был деканом Думинского университета. А это до этого был там педагогический институт. И вот когда это пошло много до университета, даже строительный институт знаменитый московский на весь мир. Он теперь называется строительный университет. Бауманский. Бауманский тоже знаменитый. Институт был, где у меня был. Конечно. Давайте еще один вопрос. Спасибо большое за лекцию, Юрий Пантелеймонович.
у меня тоже вопрос касательно Минска. Вот последние 12-15 лет Минск развивается, строится здание. Могли бы сказать, какие здания вам нравятся в Новом Минске, какие, наоборот, вызывают возмущение и так далее? Каверзный вопрос. Я никого не хочу обижать, во-первых, тем более своих коллег. Хотя творческие цеха, они очень сложные. Тщеславие, завистливость, где-нибудь за углом с тобой поцелуется, за углом он тебя где-нибудь нагадит и так далее, и так далее. Ну, это такой мир творческий весь. Что актеров, артистов, что художников и так далее, и так далее. Мне главное было вот 260-летие Академии художеств. Я член этой Академии, действительно. Причем Церетели меня долго не пропускал в Академии. Буквально 2 минуты я был против размещения в этом масштабе на реке Петра I. Колумба с головой Петра I. Значит, вот. И Церетели требовал меня вообще выгнать в Москву из-за этого. Потом помирились, значит. А началось с того, что я молчал, чиновник, принято решение, надо выполнять. Значит, какой-то корреспондент сунул мне в рот на ходу микрофон и спросил: «Виктор Петрович, как вы считаете, где этот памятник должен стоять?» Я неглядно сказал: «Он должен стоять на берегу Финского залива». Что в Москве делать? Кораблик я играл в Форту, вот только ненавидел Москву после Сталинградского бунта. И для этого придумал на костях Петербург. Значит, вот. Ну, утром меня вызывают высокое начальство, говорят: «Ты что несешь? Думай, что ты говоришь». Да ты потребовал тебя выгнать из Москвы, не бегу. Ну что ж, давайте, я с удовольствием вернусь. В это время Лужко побывал в Минске. Такое совпадение, понимаете, в случае. Он тоже не очень доволен. Ну и планерка, это олимпийское деление тут рядом. По Мичуринском, а я должен быть куратором. Но заставил из трубы речку вынуть, значит, воду сделать, заставил холмы там сделать, значит, чтобы этот грунт из, значит, котлована не вывозили за 100 километров, там можно их делать, рельеф сделать, горочки и так далее. Все нужно обдумать, значит, на все. Вот. То как раз планерка переехал, Юрий Михайлович, прямо с поезда занимается. Че это, говорит, Григорий Фадин там сидит? А рядом со мной никто не садится. Москва. Чиновничья Москва. Уже прошел слух. Я сейчас с ним сработал. В всяких случаях рядом с ним не садится. Вот такая жизнь, всю жизнь. Вот. Чем выше ты поднимаешься, тем, знаете. Фадин падает вниз. Потрясен Минск. Великолепный город. Масштабный человек. Юрий, ты молодец. Я уже все поставил на место, не волнуйся. Ну так вот. И спасали. Спасали много раз. Не любят людей с бульдожим характером, не любят людей с прямым характером. Это по своей жизни, у меня стаж жизни небольшой, я с этим сталкивался очень много раз. Очень много. Это надо было все выдерживать. Ну давайте еще раз скажем большое спасибо. Дорогие друзья, у нас сейчас с вами есть возможность сфотографироваться с Юрием Петелимоновичем, да, сделать общее фото. Университет.
И после того, как мы сфотографируемся, мы пойдем на выставку работ Юрия Пантелеймоновича, которая у нас в холле нашего этажа с левой стороны. Еще хочу обратить ваше внимание, что Юрий Пантелеймонович на пике своей карьеры, на пике своего жизненного пути был в советское время увековечен в телесериале, как мы сейчас говорим. Был такой телевизионный фильм, который называется «Атланта и кариатиды». Вот прототипом главного героя является Юрий Пантелеймонович Григорьев. И роман. Да. За исключением, насколько я знаю, только одного сюжета, Юрий Пантелеймонович всю жизнь прожил со своей супругой, замечательной его помощницей, да, поэтому вот эта история не про него, а все остальное это про вот ту самую искренность, честность, неуживчивость и дружбу честного человека. Который прозвучал в нашей лекции. Архитектура – это очень гуманное искусство во всех отношениях. И Кузьмич говорил про масштаб, про соразмерность, про пропорцию. Это все так. И она даже не гуманная, потому что она строит для людей, и мы живем в том городе, который построил архитектор. Но есть еще один акцент, и момент очень важный в гуманности этой профессии. Тот, кто работает архитектором, я имею в виду архитектора, да, не строителя, так сказать, архитектор большой буквы. Он внутри неизбежно сам по себе гуманист. И вот сегодняшняя лекция показала это со всей отчетливостью. Спасибо большое.